имя, если предшествие еще под холотропное дыхание, что ждете от семинара? Меня зовут Александр. Есть у меня опыт холотропа в алгоритмных занятиях. Несколько раз был в холотропе. Ну, подышать пришел, соскучился после длинного отпуска. Все. Длинный отпуск был очень длинный, да? Меня зовут Юлия, мне посоветовал кошельный парень. Которому вы доверяете совет? Паша нас осторожил. 15, наверное, назад начал холодное дыхание со Светой. Ну что-то вы сказал немножко про холодное дыхание? Чуть-чуть. Что не можешь ожидать? Ну, я расскажу чуть подробнее. Несколько слов себе. Во мне? Ты сам о себе скажешь. Имя? Казаков Константин меня зовут. Так, сам пришел еще раз. Третий, по-моему, раз. Да, третий. Понравилось. Хочется как-то, надеюсь, четвертый раз получится не только спать здесь, как бы на удобном мягком полу. Еще что-нибудь полезное совершить. Постепенно. Меня зовут Илья. Я сегодня помогаю Володе ассистировать. Илья, ну, чуть близок уже к выпуску. Жена его уже получила сертификат. А он пришел чуть позже жены, да? Ну, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. И тебе? Мне, в общем-то, уже осталось 5 дней в все. Да. А по срокам, не помнишь? А где я в декабре уже мне срок взял? Срок в декабре уже вышел, 2 года выдержки. 5-дневочка осталась, там какие-то еще вещи. Консультации, там, наверное, там некоторые. Отдельным сессиям набрал, все уже? По-моему, да, уже. Уже даже посчитаем, да. Хорошо. У кого есть какие-то, может быть, соображения, вопросы по вчерашнему дню? Или, может быть, какие-то вот, кто-то хотел поделиться ощущением, состоянием, может быть, что-то вот поднялось после вчерашнего дня, какие-то ассоциации, идеи, переживания, сны. Мы обычно поощряем. Мне свистнут, я обычно... Да, называйте свое имя. Для Евгения такой, письмо с необычным сон, зарезал человека и удивилась тому, что это вообще никакой сделать. Причем, ну, тогда не было ни крови, ничего, и человек дальше пошел. Нет, нет. Нет, удивило. Коричневая, это не кровь. Да, как в мультфильмах, да? Герои там через какие-то мясорубки не проходят, да. Ну, потому что мультфильм – это проявление нашего внутреннего мира, где все возможно. Мультфильм, страна мультфильмия, да? Поэтому, да, все, прошел, упал с 10-го этажа, отряхнулся, и жизнь продолжается. Начинается гонка волка за зайцем там или что-нибудь еще, Bugs Bunny Movie там. Угу. Но, с другой стороны, Гроф постоянно говорит, что вот эта великая триада смерть, секс и насилие, она сопровождает такую глубинную работу, потому что это темы, которые сопутствуют глубинному опыту переживания травмы рождения. И тут, если вы помните или читали перинатальные матрицы Грофа, то есть которые те память о родовом опыте, который хранится у нас, и в немалой степени определяет структуру нашего восприятия, да, пока она не прожит основой, пока мы не освободились от ее вот, некоторой предначерченности. Ну, тут, кстати, вот такого рода воспоминания, это, может быть, мы интуитивно как-то уже соприкасаемся, начинаем контактировать с перинатальным опытом. Предвестие, может быть, какое-то. Во сне были такие ощущения удивительные, что, ну, вроде бы, да, я убила, ну, как бы, ножом пронула человека, но у меня внутри не было какой-то агрессии к нему. Так, как будто так и должно быть. Такое как бы обычное действие произошло. Почему он так отреагировал? То есть я нож вытащила, и все, ты ее закончила. Мне тоже непонятно, почему занесло на перинатальные темы. Вечером сын говорит: пап, давай, говорит, фильм посмотрим. Комедия, говорит, убойная, говорит, обхохочешься. Я говорю: а как называется? Он говорит: убойные каникулы. Я говорю: комедия? Ну, комедия, ладно.
поставила там черная комедия оказалась, что там компания подростков американских отправляется на пикник там, и двое человек, в общем, добрых людей, но страшно выглядящих, так непонятно какие-то, один такой жирняк, такой другой такой, какой-то вот такой смотрит на всех, вот, но доброй душою, а на лицо ужасно. И вот подростки подумали, что это какие-то странные люди, может быть, даже серийные убийцы, а в компании подростков один человек, которого там шиза, потому что его родители когда-то прирезали. И вот начинают друг друга подразумевать, и дальше стечение обстоятельств, там сплошные, там непонятно, кто-то на кол там напарывается, кто-то там забрасывается в прибор, который молит там сено, вообще-то говоря, а он, человек-то попадает. Там, ну, в общем, такая цепочка глупых совершенно вещей, связанных вот непонятно, зачем там вот этот фильм, там я не собирался там его там и смотреть, вот какие-то вот такие, комедия такая. Да. Мне не снилось ничего. Спал хорошо. Ну, в смысле, вот никакая чушь подобного рода. Может быть, какие-то события происходят у кого-то, кто-то, ну вот, ассоциации возникли, воспоминания, встречи, звонки, имейл пришел какой-то. Это все знаки, то, что Юнг называл синхронностями. Знаки того, что мы уже что-то начинаем искать. Вот в нашем восприятии появляются какие-то темы. В виде сновидений, в виде других сигналов. А вот скажите, пожалуйста, ну, я вообще красочно всегда сплю, поэтому спать люблю. Вот. А сегодня я, ну, в смысле, ночью. Я легла спать, уснула, отлично. Я где положить, я там не сплю. А вот. И в начале четвертого проснулась. Ну, какие-то остаточные такие мысли по поводу сна в голове еще пробуждали. Что-то я там собирала воедино. Ну, просто у меня вчера день насыщенный был, у меня еще был зачет, поэтому, как бы видно, вся информация у меня в одну кучу свалилась, и вот все, вот весь вчерашний день я каким-то образом во сне собирала в кучу. Когда я начали проснулась, я уже поняла, что я встала зачем-то, пошла, сижу, прыгну, ничего, вскочила вообще. Бросила сигарет, пошла дальше. Да. Это у меня, наверное, просто передоз какой-то информационный, конечно. Может быть, там, ну вообще, да, ну вот это да, это факт достойный внимания. Я думаю, что-то там в этой, в куче всего, всех впечатлений, которые вчера вот, ну как бы требовалось на время включить бодрствующий ум, потому что иначе зачем вставать? Да? И посмотреть вот на эту сновидческую кашу с другой точки зрения, с точки зрения более или менее там такого нормального трезвого сознания. Пусть еще с просони, но тем не менее. Посмотреть, сказать себе что-то по этому поводу, и тогда можно после этой такой взвешенной дневной оценки, можно сказать, продолжить дальше кучкование, да, там, да, или там что-то делать. Нам нужно как-то интегрировать опыт. Интегрировать значит сделать его как-то своим. То есть как-то объединиться. Потому что все новое, с чем мы сталкиваемся, мы в какие-то формы, в какие-то, не знаю, комнатки свои по полочкам раскладываем. Как, ну, как нам с новым опытом, правильно? Либо, если он слишком противоречит, мы говорим, нет, это не для меня. И вытесняем его. Даже на стадии предварительной, прочь из моего дома, там, да? Не хочу, не буду и видеть это не могу. Поэтому вот такого рода работа, она идет постоянно. С новыми впечатлениями, переживаниями, с новым опытом. Мы прибираемся в своем доме, мы что-то вот снова собираем, потому что любая информация нарушает гомеостаз. Потому что мы, люди, это, прежде всего, живые сознательные системы с точки зрения науки. Да? Это значит, мы находимся в равновесии с миром. В равновесии на уровне материи. Да? Мы что-то получаем, пищу, что-то, предметы, скажем, что-то выводим через выводительные системы, через легкие там и так далее. Мы получаем энергию, то есть прежде всего эмоциональную энергию, то, что Гурджиев называл пищей впечатлений. Да? То есть нам нужно вот питаться впечатлениями. Не только пищей, а впечатлениями питаться. Да, информационная, и мы находимся в связи с такой вот поле сознания, то есть информация, высшие переживания. Вот
какой-то момент нам захочется там, пойти в церковь там, или в театр для того, чтобы вот, насытить и эту потребность там, свою вот, в чувствительных, в тонких эмоциях, в музыке. И благодаря тому, что мы находимся вот в такого рода взаимодействии с миром, гомеостатическом взаимодействии, то есть когда более или менее вход-выход, нам удается получать, сохранять, вернее, постоянство себя, постоянство организма, постоянство энергетического баланса, постоянство своей психики более или менее. Это и называется «я», стабильность некоторая, правильно? И очень сложная система занимается этим равновесием. Если у нас возник где-то передозняк, съели чего-нибудь слишком острого, кислого, соленого, там выпили, то возникает разбалансировка организма. Эмоциональный передозняк или перебор отрицательных эмоций или положительных объелись, там, и тоже возникает у нас вот нарушение гомеостаза, равновесия, и нам нужно как это все с этим что-то делать. Информационный передозняк тоже может быть. Поэтому, ну, что-то такое вот, может быть, вчерашний день случилась какая-то не такая, может быть, выходящая за привычные пределы переживания. И нужно было с этим как-то... Да нет, ничего необычного, просто насыщенный. Насыщенный, я это имею в виду. Кто еще хотел поделиться? Вопросы, может быть, по вчерашним темам, пранаяма, дыхание, да. По вчерашней, как вы говорили, вчера про эмоции органов и эмоции... Эмоциональная анатомия, я говорил. А, эмоциональная. Тема такая, да. Стэнли Келлиман. Это его работа. Вот если флешка есть, я могу скинуть его книжку отсканированную, ну, оригинальную, на английском языке. Потому что она не переводилась на русский. Синхронность в каком смысле? То есть, если повторяются, например, эти дни, да, у нас число 2, цифра 2. То есть она речи и то есть как-то так. Причем даже со стороны приходит, кто-то, например, разговаривает, и во время разговора мелькает какие-то 2 дня, 2 часа, то есть 2 дня, 2 года, 2 года. То есть это что может быть? Либо ну, есть несколько способов объяснения синхронности. Юнг целую книгу на эту тему написал, как, может быть, вы знаете. И эта тема исследовалась и дальше. И Юнг эту тему в психологию внес, потому что вот такого рода синхрония, синхронности, да, замечалось это всегда, о том, что вот, ну, идет череда каких-то событий, там зеленый свет, например, там, да, вот открывается, или наоборот, там, красный свет сплошной. И полоса, когда мы видим, что в одном свете, в другом свете. У Пелевина, по-моему, там есть книга «Числа», да, где там эта тема тоже обыгрывается в одном из романов. Там его герой там постоянно был в жизни под знаком определенного числа. И эта тема блестяще тоже обыграна. Как это и в имени, там, и в событиях, и в людях, которые он встречается. И вообще всю судьбу его это, как выяснилось, и определило. То есть такая вот с юмором выстроенный сюжет на эту тему. Один из способов интерпретации синхронности – это настройка нашего восприятия или редактора реальности нашего. То есть наши фильтры вот в этот период чувствительны и вылавливают эту двоечку там из всех слов, из всех событий. И настройка нашего восприятия, она, как показали исследования, циклична. И одним из инструментов, с помощью которой мы можем определять вот эту цикличную настройку, является транзитная архетиповая астрология Рика Тарнаса Станислава Грофа. Она описана в книге, которая вот сейчас будет издана, Рика Тарнаса «Космос и психика». Подробнейшим образом. И ну, вот одна из консультаций, которую я провожу у людей, которые на Growth Transpersonal Training, это консультация как раз вот по этой методике. Астрологически я смотрю транзиты больших планет, смотрю аккорд в карте рождения, и мы смотрим большие циклы. И там можно посмотреть тенденции к восприятию чего-то, потому что оказалось, что
Оказалось, что первоначально эти идеи возникли из того, что один из учеников Грофа, Виктор Нас в Иссалене, сказал: «Стэн, вот я обратил внимание на то, что ты говоришь о перинатальных матрицах, первый, второй, третий, четвертый, это в точности соответствует описанию архетипов планет в мировой астрологии». То есть архетипы планет — это архетипическое или сущностное значение планет. Ну, скажем, привет. Скажем, Солнце везде означает центр, личность, проявленная, да? Хозяина в доме. Юпитер всегда означает что-то высшее, царское, зреческое, сущностное, да? Реализация социальная. Венера всегда имеет отношение к тонкости, к искусству, к женственности, к красоте. Луна всегда к бессознательному, к теневой части. Меркурий всегда к коммуникации имеет дело. Коммуникация, связность, речь, торговля, переговоры, талант писателя, там вот, общение. Марс – это всегда какая-то такая воинственная, витальная, что-то сильное проявление, целеустремленное. Сатурн – это всегда, с одной стороны, структура, упорядоченность, сетки, расположение, бухгалтерия, калькуляция, с другой стороны, это клетка, власть концепции, невозможность выйти. Что там еще у нас? Плутон – это всегда очень мощный, да, Сатурн соответствует второй перинатальной матрице. Плутон – это такая мощная, брутальная энергия, убивающая, смерть, то есть планета Плутона, архетип Плутона – это третья перинатальная матрица, в точности соответствует Грофскому описанию. Нептун соответствует первой перинатальной матрице, мир без границ, ощущения. И, наконец, Уран – это прорыв, это четвертая матрица. И поэтому Гроф дальше стал смотреть с помощью Рика Тарнаса аккорд главный, который в карте рождения у каждого человека, то есть вот каковы там вот как бы настройки. И дальше по ходу жизни планеты на карте, так сказать, перемещаются, и возникают аспекты знаменитые, то есть соединение, противоположность, тройка, квадрант и секстиль – главные аспекты, да? И стали смотреть, вот как это влияет, то есть как небесный аккорд и карта рождения взаимодействуют. Оказалось, что если, например, в транзитной карте очень сильно проявлен Уран, то это тенденция к какому-то к раскрытию, к возрождению. Если очень сильно проявлен Сатурн, то существует повышенная вероятность, не стопроцентная, а повышенная вероятность переживаний при глубинной работе, окрашенных второй перинатальной матрицей. То есть тема как раз вот связанная с одной стороны клеткой, с другой стороны там невозможностью, отсутствием выхода, с третьей стороны с экзистенциальной ситуацией. С четвертой стороны эта же тема может быть связана с такой структурированием, расположением по сетке, пониманием там и так далее. То есть как бы вот такие аспекты есть у каждого архетиповой планеты. Вот из этого родился инструмент такой вот, потому что 100% ничего сказать нельзя, что бы вам какие астрологи ни говорили, это все чушь. 100% предсказание чего-то противоречит даже факту точного предсказания, потому что, во-первых, 100% предсказание убивает свободу воли, но сам факт возможности предсказания является проявлением свободы воли. То есть вот здесь парадокс Брадобрия присутствует в самом факте. И поэтому здесь, скорее всего, некоторые тенденции. То есть тенденции, и о чем же они говорят? О влиянии планет – это абсурд, потому что влияние планет самих по себе ничтожно. И, скажем, влияние, электромагнитное влияние мобильного телефона намного больше, чем электромагнитное влияние на каждого из нас самой мощной планеты в радиодиапазоне Юпитера, да? Намного больше. И гравитация тоже больше там, от тех предметов, с которыми мы подошли друг к другу, прислонили голову, и сила тяготения между нашими головами гораздо больше, нежели там любой из планет, которые, ну, кроме Солнца, там, которые стабильны. Поэтому не планеты влияют, а планеты являются вот некоторыми космическими часами, которые помогают каждому из нас посмотреть глубинную настройку нашего восприятия. А настройка восприятия, в свою очередь, то, к чему мы предрасположены, это и есть то, что мы получаем, вот та картина, тот мир, в котором мы живем. Вот такова моя интерпретация синхронности, что у каждого из нас существует, я использую выражение Грегори Бейтсона, совокупность
структуру восприятия, которую Грегори Бейтс называл редактором реальности. В каждом из нас есть редактор, который редактирует весь поток, континуум восприятия через все органы чувств и все голоса, которые мы слышим, обрабатывается и получается то, что мы считаем своим переживанием мира, в котором мы живем. И у каждого из нас, как хорошо известно, восприятие сугубо индивидуально, да? Потому что каждый из нас родился, во-первых, в особых условиях, у каждого было свое обстоятельство рождения, у каждого свои гены, у каждого свои родители, да? Вот карма у каждого своя индивидуальная, у каждого свой неповторимый жизненный путь, судьба. И поэтому каждый из нас имеет уникальный, ни с чем не сравнимый внутренний мир, ни на что не похожий, абсолютно. И поэтому по сравнению с этим любые другие приемы и способы поиска своей уникальности, они вообще даже не сравнимы, потому что ну, что-то на себя не навешивай, какие тату не делай, как-то себя не пиари, не позиционируй. Это все мелочи по сравнению с тем, что ты уже уникален, отличаешься радикально от всех. Уже. По самой своей природе каждый человек уникален. И каждый человек живет в своем собственном мире восприятия. Потому что тот мир, который есть у каждого из нас, это наш мир. И этот мир есть дубликат наших состояний. Потому что с рождения, зачатия, рождения, детства, через все события нашей жизни, все влияло на нас, формировало нас. И то, что мы воспринимаем, есть кумулятивный эффект всего нашего опыта. Правильно? И этот опыт уникален. Поэтому то, что мы воспринимаем каждый миг, это, можно сказать, дубликат нас или зеркало нас. Каждый миг. И для каждого это восприятие уникально. И мы можем это лучше понять на контрасте, на примерах. Ну, скажем, маленький ребенок, который был бы здесь, да, вот в комнате, двухлетний. Ему же не было абсолютно неинтересно то, чтобы я там говорил про восприятие, там, редактор реальности. А он смотрел, там, есть ли там игрушки, конфетки, кто там из дяди, тети, там, добрый с ним мог поиграть там. То есть мир ребенка, как говорит народ, пешком под стол ходил, да? То есть он вот там вот. И помните, может быть, из детства, когда вот я хорошо помню, когда собирались гости, а мы, дети, там под столом, там под ногами там бегаем, там ползаем там и так далее. У нас свой мир, а там какой-то гул идет, родственники гуляют там. И если бы сюда залетела бабочка, да, у нее был бы бабочкин мир. Восприятие свое, фасеточное восприятие, своя бабочкина жизнь. И по сути дела, вот то, что человечество изобретает в виде, скажем, искусства, ну, смотрите, мультипликация. Что такое мультипликация? Это раздвижение нашего восприятия на фантазийный, выдуманный мир, на мир меньших братьев, на мир животных. Как нам, например, попасть в мир животных? Ну, вот есть такие замечательные писатели, как там Бианки, там, потом там, там какие-то, вот я помню, читал «Рожденные свободные», там какие-то, вот, которые описывают мир животных, как будто бы животные думают, переживают, там, говорят между собой там, и так далее. Такой вот души животных передают людям, или мультики, там, фильмы, где там, типа там Бэмби, там, или, не знаю, там, про поросенка, помните, как называется фильм, который тоже, такие очень много хороших, забавных детских фильмов, которые позволяют нам, взрослым, перейти в это измерение, в этот мир, в который, ну, так нам сложно перейти, или, скажем, функция кинофильмов, функция театра, которая является в спрессованном, конденсированном виде человеческой жизнью, ключевых ситуаций этой жизнью. И мы идем в театр для того, чтобы вот этот самый цимус получить, чтобы за два часа прожить там такие сложные сгустки событий, драма, или там комедию, уж там оттянуться на всю катушку, все должно быть. Если этого нету, нету того, что мы ищем в театре или в кино, да. Если кино не поражает нас, зачем же его смотреть, да? То есть оно должно действительно, как говорил Картасар, Хулио Картасар, рассказ должен вызывать у читателя нокаут, да. Иначе зачем писать рассказ, если нет вот этого эффекта, если нет вот того, что художник заметил. И поэтому это все странствие по душам. Искусство – это странствие по душам. Это через художников
получение другого опыта, расширение своего горизонта, расширение своего восприятия. И в очень большой степени наша жажда быть актерами связана именно с этим. Прожить другие жизни, выйти из клетки своего восприятия. Поэтому каждый из нас, каждый абсолютно прирожденный, гениальный актер, потому что каждый хочет расширить свое восприятие. Ну, просто совокупность других факторов, у одних это получается лучше, проявление этого актерского мастерства, у других по существующим в данное время, в данном обществе критериям хуже, но по сути каждый из нас является гениальным актером, непревзойденным. И это особенно хорошо проявляется вот при глубинной внутренней работе, когда фундаментальных театра, театр, как я называю, Грофа, театр Юнга и театр Фрейда, вот в них происходит такая сцена из нашей внутренней жизни. И, по сути дела, если расширить вот эту метафору кинотеатральную дальше, то вся наша жизнь – это есть съемка и просмотр одномоментного фильма под названием «Моя жизнь». То есть каждый из нас в домашнем кинотеатре сознание, да? Сейчас эра 3D вот провозглашена, она началась. Но если посмотреть, откуда все это происходит, это стремление построить максимально правдоподобную реальность. Такой 3D, да? То есть и домашний кинотеатр, сама идея. Все более и более естественного звука, естественного изображения. И в конце концов там полная, стопроцентная имитация реальности или реальной жизни. Но каждый из нас это уже давно делает, с рождения. Снимает и смотрит фильм под названием «Моя жизнь» в самом совершенном, технически еще очень долго недостижимом домашнем кинотеатре сознания, с самым совершенным качеством звука, видео, изображения, с бесконечными возможностями монтажа. И, по сути дела, то, что мы имеем в Голливуде или в других киностудиях мира, это ну, какие-то такие несовершенные версии, проявленные в пленке уже, в цифре, вот этих внутренних фильмов. Да? И вот эта идея домашнего кинотеатра, она может быть развита еще глубже, потому что, коль скоро мир есть дубликат наших состояний, то есть каждый миг мы с вами порождаем этот мир, это совокупная работа программ восприятия, установок, которые в каждом из нас есть. И вот возникает каждый миг, проходя 18 стадий развития. В конце концов, есть мы, в данный момент, да, каждый из нас воспринимает себя и воспринимает то, что называют внешний мир. Вот это фундаментальное измерение. Каждый из нас находится в ситуации, во-первых, внутреннего мира, и внешнего мира. И каждый из нас находится в ситуации одного и многого. Да? То есть всегда есть многое. То есть всегда есть что-то другое. Внешний мир, и как только мы сказали внешний мир, так сразу появился я и все остальное. Правильно? Другие люди. И это фундаментальная характеристика человеческой ситуации. И по ходу человеческой жизни у нее имеет тенденция превращаться в беличье колесо. Потому что пока в детстве у нас еще не закоснели структуры восприятия, пока нам нет необходимости сохранять постоянно идентичность и стабильность, потому что ребенку пофиг, ему нет необходимости сегодня и завтра быть одной и той же Надей, там, или Костей, или Машей. Там. Нет, он даже об этом и не думает. Он живет в потоке общения, переживания, обмена энергии, наслаждения. И у него есть задача развития и интенсивного роста физического, энергетического, психологического, духовного. И он может расти и туда, и туда, и туда. То есть пространство развития очень большое, и возможностей развиваться туда или туда много, потому что еще ничего не схвачено, ничего еще не закоснело, и поле возможностей практически безграничное. Но затем за нас принимается общество, прежде всего в лице родителей, близких, которые начинают нас форматировать, выстраивать, определять. Не ходи туда, не делай это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Вот появляются такого рода нормативы, ценности, поля. И
функция их, с одной стороны, очень важная, потому что они помогают нам войти в уже сложившийся человеческий мир, а не поняв, не постигнув, как он работает, на чем он основан, каковы там системы ценностей, как все понимается и распределяется, что важно, там, что не важно, мы не сможем быть полноценным существом, живущим в этом мире. Поэтому нам нужно как-то входить. Но этот процесс оказывается не столь уж безобидным, потому что одновременно с изучением правил игры в этом мире мы становимся пленниками этого мира, потому что мы молчаливо соглашаемся. Авторитеты нам говорят «так, так, так», мы говорим «ну да, так, мир устроен так». Там существует, там, скажем, индус выучил, что там существует 1000 ликов Шивы, там, у него есть супруга Парвати, а мусульманин выучил, что вот есть вот Аллах, вездесущий и ничем не ограниченный, не проявленный. И христианин выучил о том, что природа Бога троична, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, а даос сказал, что все есть поток Дао, там и так далее. То есть у нас вот у каждого сложились свои непререкаемые догматы. Их нет на уровне генов. Нету абсолютно. И поэтому на уровне генов, скажем, там, китаец может быть там, христианином или иудеем, там, он воспитывается в христианской или иудейской семье и будет верить затем в эти ценности и в эту картину мира. То есть сложится тот или иной мир. И мы становимся пленниками этого мира. Нас дальше мыштруют. В школе система экзаменов, оценок, наказаний, лучше, хуже. Нас заставляют устремляться к лучшему, нам чего-то постоянно не хватает. Мы живем в мире страшных дефицита, навязанных потребностей. Мы живем уже в большом супермаркете, мир как супермаркет, да? Потому что в этом мире все имеет цены, все выставлено на продажу. И мир не был таким. До рассвета товарного общества мир был, ну, в каком-то смысле более органичным и более гуманным. Если посмотреть, вот, скажем, 19 век, 20 век ценности и уже 21 век, то, ну, смотрите, вот, скажем, словарь языка Пушкина, я всегда привожу этот пример, это около 20 тысяч слов исследовано, да, описано. То, что использовал Пушкин. Пушкин – это синоним великого и могучего, да, русского языка. Пушкин создал современный русский язык, это факт, потому что до Пушкина были тяжеловесные стихи там, Державина, тяжеловесная проза, а пришел Пушкин, и вот появилось там «Мороз и солнце, день чудесный». Экономный, простой, после Пушкина это совершенно новая ступенька ясного, чистого, прозрачного. Он показал новые возможности языка, отобрал все то, что очень быстро, живо, мгновенно передает, вот эта потрясающая скорость пушкинского языка, да, по сравнению с тяжеловесными, описательными, державинским, скажем, стилем, там, и всеми другими писателями, которые были до Пушкина. И это 20 тысяч слов всего. А в современном большом супермаркете, если вы туда придете, там порядка от, если это нормальный супермаркет, там типа, не знаю, там Перекресток какой-нибудь и подобного типа, там Азбука Вкуса, там от 20 до 100 тысяч продуктов. От 20 до 100, и каждый бренд имеет свое. Хлопья там 20 видов, там чаи 100 видов там, и так далее. То есть, значит, супермаркет, мир супермаркета по объему предметов, слов, то есть больше, чем мир Пушкина. Да? То есть, и каждый предмет – это одна цель, товар, быть проданным. Удовлетворить, значит, позиционируется он так и с тем, чтобы удовлетворить какую-то нашу потребность. И это колоссальная проблема для нашего мира. Потому что если что-то не является товаром, нам даже сложно это воспринимать. Вот нетоварное что-то мы даже не видим. И поэтому, когда вот началась гуру-революция, и появился интерес благодаря битлам в значительной степени, которые практиковали трансцендентальную медитацию и играли на ситаре в 60-е годы, и вообще в целом вот дух времени –
проявился и возникло паломничество в Индию, в страны Востока, интерес к восточным учениям гуру, и восточные учения стали пытаться принести на Запад, оказалось, что они не приживаются. А если приживаются, то только в искаженной форме, когда они упакованы в товар. То есть необходима структура, и йога, настоящая йога, не прижилась на Западе. А вот упакованный вид товара, ингаровская йога или аштанга-виньяса, принялась и стала, что называется, победное шествие свое по миру. Вот этот феномен очень хорошо исследовал Харви Кокс, который даже написал книжку «Искаженный Восток» на эту тему. То есть как бы трагедия восточных ориентализма, она стоит в том, что настоящие сокровенные ценности – не приживается на Западе. Вот, и поэтому нам очень сложно пробиться к сути вещей через товарную оболочку. Мы и сами себя воспринимаем тоже как товар. Сколько мы стоим, да? Какова ценность этого тела на рынке современном, там, скажем, мужских интересов, да, мир как супермаркет там и так далее. Или, наоборот, сколько этот мужчина стоит в глазах женщины, там, по таким-то параметрам. То есть вот это превращение нас самих в товар, в объект купли-продажи очень больно ударяет, конечно, по нашей способности воспринимать настоящее. И это превращение в товар – это такой процесс сложный, и так называемые системы надзирания и контроля, которые Мишель Фуко называл дисциплинарными пространствами. То есть всякий раз, где есть какие-то незыблемые правила, где есть наказание, где есть угроза, страх, а это везде, в школе, да, экзамены, например, да, оценки, это всегда система, которая мягко выстраивает нас, задает нам границы, регулирует и контролирует наше поведение. В крайнем случае это тюрьма или психушко-пеницитарная система, да, которая тоже основана в конечном счете на смерти и насилии. Почему мы подчиняемся? Потому что мы не хотим насилия, не хотим умирать, правильно? Поэтому мы вот соглашаемся. Это Мишель Фуко называл эту систему биотеррором, то есть контроль, попытка контроля сознания через контроль тела. И мы контролируемся в школе все больше и больше, затем институт. И вот когда мы начинаем свою самостоятельную жизнь, это очень хорошо видно по фильмам американским, да, очень много таких фильмов, там, типа там «Горячая жевательная резинка» там, или какие-нибудь еще, про то, как отрываются американские тинейджеры и студенты колледжей, какие они все раз такие. Но затем в жизни американского студента наступает момент получения степени, бакалавра, назначения, получения работы, и вот возникает это слово «job» – работа, да? И все. Все. И куда только девается былое такое радость, свобода, страсть гулянием, человек становится по струночке, потому что без джоба нету кредита, без кредита нету дома, машины, семьи, и вообще ничего невозможно. Мы становимся пленниками глобальной системы потребления. Многие аспекты потребления совершенно нам не нужны. Это неоднократно уже такой анализ делался, но одна из книг это, например, «Small is enough», «Мало это достаточно». Знаменитая книга, где подробно показываются все чудовищные перекосы современного устройства мира. Вот эта постоянная гонка, смена, новое, еще лучше, лучшая тачка, лучшая одежда, лучшая квартира, мода, система, да, индустрия, фитнеса и так далее. То есть постоянно нам навязывается все лучше и лучше, хотя того, что у нас есть, достаточно уже давным-давно. И этого, и одежды. Но мы участвуем в гонке потребления по кругу. Да. Понятно, то, что, знаете, интересно очень, но все-таки вот каждая эпоха, она так или иначе все имеет свою характеристику. Вот Ренессанс, там, индустриализация, сейчас вот мы имеем то, что вы называете вот, потребительской гонкой.
А может быть, она зачем-то тоже? Может быть, да. Вот мы сейчас пытаемся разобраться в этом. Но пока я показываю, как вот эта потребительская гонка, как дисциплинарные пространства связаны с тем, как работает наше восприятие. Потому что наше восприятие, что это такое? Это постоянное повторение каждый день того, что, ну, скажем, французские социологи называют структурами повседневности. Что такое структура повседневности? Я встал у себя в доме, да, я иду там умываться куда-то, я еду на работу по такому-то маршруту, на работе там что-то происходит, вот такого-то вещи, звоню тем-то людям, и это более или менее регулярно повторяется изо дня в день. И действия, состояния, в которых это все повторяется, постепенно становятся конвой, структурами, которая имеет свою собственную инерцию. Давайте позитивно посмотрим. Вот 1000 лет назад я обычный обыватель, получить знания там, ну даже 100 лет назад, получить знания о том, что владеет там, например, Фрейд или Юнг, ну невозможно. Я там 6000 заплатил, пришел на семинар к Согласен. Согласен, что в нынешнее время информационное пространство более открытое, и интернет – символ этого пространства. Вот, но суть всего этого процесса состоит в том, что мы действительно оказываемся в беличьем колесе, потому что наша жизнь описывается очень простой формулой. Уже поздно, мы уже опоздали. Вот эта гонка, оборотная сторона всей этой гонки состоит в том, что уже поздно. Если нам говорят, что нужно успеть, то это значит, что мы уже опоздали. Мы уже никогда не нагоним уходящий поезд. Поздно что-то познавать новое, потому что все, что мы познаем, является ничем иным, как проявлением того, что мы уже знаем, дубликатом наших состояний. В наш мир ничего нового не входит. И двери постепенно захлапываются в восприятии, и это проявляется в том, что дни становятся все более и более предсказуемы, в них меньше радости нового. И если в детстве дни длились там бесконечное время, и от рассвета до заката проходило столько событий, жизнь целая проживалась за один день, то по ходу нашего взросления все быстрее, 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 как будто бы спираль закручивается и потом превращается в точку. Все. И обратного хода уже нету. Такой коллапс восприятия. И вот это общая человеческая характеристика, и она, кстати, Константин, связана вот такого рода спираль восприятия, она связана не только с нашим временем. В наше время это более отчетливо проявилось. В наше время как бы раньше люди уже начинают в скафандре жить. Они уже там деловые, они знают, чего они хотят от жизни. Да, ну я не говорю, что это плохо, я говорю, что какое-то имеет последствия для восприятия. Тропина оставит там, то, что опять-таки вот, система потребления явно развивает в человеке в целом, как бы, критериальность, ментальность, логику и так далее. Зачем-то, может, это нужно? Безусловно. Безусловно. Вот все хаят компьютерные игры, в основном там детские психологи там. Дети не учатся и так далее, да, отвлекаются и становятся, живут в виртуальном мире, и даже детскую преступность связывают с легкостью убийства в виртуальном мире. Дети уже не различают. Но с другой стороны, ведь функция компьютерных игр состоит в том, чтобы с самого детства дети уже начинали развивать другой язык, визуальный язык. Наша культура все более и более визуальна становится, благодаря вот телевидению, интернету, компьютерным играм. И мышление становится другим, и поэтому с этой точки зрения компьютерные игры – это инструмент, который необходим нашим детям для того, чтобы более эффективно жить в будущем обществе, в будущем мире. Да? И тот, кто не проходит этой школы, тот далеко, так что называется, отстает. А эти дети, которые прошли какую-то прививку, они уже там киберманьяки, они уже там в этом виртуальном пространстве боги. И та скорость оперирования немыслима для взрослого, который впервые познакомился с компьютером, когда уже сложился. Да? Его восприятие совершенно другое. Поэтому у всего можно найти и хорошую, и плохую сторону, и весь спектр промежуточных вещей. Я сейчас говорю всего лишь об одной вещи, о том, что постепенно мы
как мы постепенно попадаем в беличье колесо. Но, с другой стороны, если мы посмотрим в каком-то в большем объеме, в это беличье колесо люди попадали всегда. И это было связано с возрастом, и это было связано с жизнью взрослого человека. Почему исчезает свежесть восприятия, почему мы попадаем в рабство? Потому что мы не боремся, потому что мы не хотим по-настоящему быть свободными, потому что у нас нет этой идеи, потому что за свободу нужно бороться. Ну, кто-то хочет, почему? Я, например, хочу быть свободным. Ну, тогда нужно, значит, как-то проявить... А, кстати, ты сегодня первый раз появилась, как, кстати, тебя зовут? Давай. Ну, вчера ты была? Нет. Да, ну вот я про это именно и говорю, что вот вчера не было, да. Год назад где-то. Лицо я... В декабре, да. Ну, в прошлом году, да. Скажи тогда свое имя. В декабре ты была. Что ты этого семинара ждешь? А, я была в прошлом году на этом семинаре, после чего худела на 7 килограмм. Случайно, просто само собой там как-то случилось, скажи. А? Или просто не могла остановиться дышать там? Все, теперь дышу только и в кассе. Ну, а? Очень мощно для меня было. Переживание, да? Очень переживание в прошлый раз. Вот, и мне есть с чем поработать сегодня, я ждала. Спасибо, Оля. Вот если вернуться к нашей ситуации, то мы живем, вот так складывается, что каждый из нас начинает быть настроенным на какой-то один канал восприятия, ну или, может быть, на парочку каналов восприятия, то есть, например, канал оптимизма, канал мультиков, канал спортивный, канал Bloomberg, там, да, акции, курсы и так далее. То есть, и это определяет, собственно говоря, вот эту настроенность всю нашу жизнь. И мы даже не подозреваем, что вот эта вот настройка, которую мы называем своей жизнью, это, в общем-то, регулируемый процесс. Эту настройку можно менять, и то, что у нас есть, это сложилось, в общем-то, в каком-то смысле достаточно произвольно. То есть помимо нашего желания, нас сюда вот принесло, можно сказать, вот в эту жизнь и в этот мир, и вот на эту настройку. И как когда-то, в России, да, не все, наверное, из вас помнят, наверное, никто не помнит, когда был один канал телевидения, да? Я хорошо помню 60-е годы, когда вот у соседей в коммунальной квартире появился телевизор КВН, там 5 семей или 6 нажило в коммунальной квартире в центре города, и мы ходили смотреть там «Голубой огонек», там 12 стульев, там и концерты, там новости иногда, 4 танкиста и собака, смотрели в телевизор КВН такой с линзой. А потом, где-то года через два, появилось две программы. И вот это был кайф. Вот после опыта можно было переключать первый и второй канал, если не нравилось что-то. Выбор появился. Я помню, это был просто шок. Когда в 1974 году я стал жить уже в Москве, переехал на физтех в общежитие, в Москве уже было 6 программ. Это было вообще уже круто. Времени было меньше, конечно, смотреть телевизор, но сам факт, он как-то вот вносил воодушевление. И сейчас, когда у нас тысячи программ интернет-телевидения, да, спутникового телевидения, все это совсем по-другому уже. И вот ситуация, в которой мы живем, ситуация коллапса восприятия, ситуация зацикленности на каком-то одном канале, она обычными способами никак не разрешима. То есть для того, чтобы эту ситуацию изменить, есть только одно средство, а именно опыт измененных состояний сознания. Поскольку все, что у нас есть, это наш опыт, это наша реальность, и мы вынуждены верить этому, потому что ничего другого нет, мы познаем все только через собственный опыт. И только тогда, когда этот опыт радикально изменится, радикально расширится, у нас появится новое знание. Но системы гомеостаза работают так, что этот опыт просто не может появиться. Для него, в обычных ситуациях для него нет места, для него нет возможности, и поэтому... Он возникает только на грани жизни и смерти. Вот что-то начинает радикально меняться в нашей жизни. Я вчера говорил вам о поэте Вилли Мельникове, который в Афганистане после контузии, да, вот как бы расширилось его восприятие, и он стал воспринимать другие языки.
сильные эмоциональные потрясения, психодуховный кризис. А нормальным образом это священные психотехнологии древние. То есть это прежде всего, конечно, опыт необычных и измененных состояний сознания. Вот почему Гроф 50 лет своей жизни занимается измененными состояниями сознания. Потому что, будучи классическим врачом-психиатром, психоаналитиком, когда он в 1956 году впервые стал заниматься психоделической психотерапией в Праге и увидел возможности этих методов, когда это в клинике, под наблюдением, правильно все делается, он, конечно, был шокирован тому, какие, можно сказать, кладезы, сокровища есть у каждого из нас, и постепенно вот из этого родилась и трансперсональная психология, которая занимается изучением ресурсных состояний, занимается изучением традиционных психотехник развития, раскрытия, роста, творчества, и изучила шаманский опыт, изучила опыт мировых религий. И Гроф показал, что это единственный способ познать что-то новое, расширить восприятие. И когда у нас есть собственный опыт, когда мы выходим из клетки нашего сложившегося восприятия, выпрыгиваем из свое беличье колесо, пусть мы попадаем в другое беличье колесо, но это другое колесо. И взгляд, иной взгляд со стороны дает нам личный опыт того, что мы были, мы, вот только имея другое восприятие, только посмотрев, глубоко пережив с другой стороны, в другой перспективе, мы понимаем нашу ситуацию. Мы понимаем, Боже мой, всю жизнь я жил вот так вот и думал, что только это и есть. И помимо личного опыта ничто не может принести такое обновление жизни. Обучение происходит только через личный опыт, только через переживание. И только подышав или поучаствовав в шаманской церемонии, или пройдя какие-то ритуалы, изменяющие сознание, мы понимаем, как мы живем, какова наша ситуация, и начинаем разбираться с тем, как работает наше восприятие. Как, другими словами, делается мир на нашей индивидуальной фабрике реальности или на нашей кухне реальности, да, как приготавливается, как вы рецепты, например, меланхолии. Ага, нужно добавить этого, этого, немножечко пессимизма, отсутствие низкой самооценки, там, и так далее, осложненной родительской ситуации, отсутствием поддержки, вот получается меланхолия, такой разновидность сплина. Это вот, пожалуйста, рецепт приготовления радости. И если мы знаем, как работает восприятие, тогда мы можем управлять своими состояниями. Ну, это знание, когда я говорю знание, это не интеллектуальное знание уже. Это знание того, как работает энергия, знание того, как работает тело, знание того, как работает ум. То есть это конкретное знание. Истина всегда конкретна, она не абстрактна. Если я знаю, значит, я знаю, как это работает, я знаю, как это менять, как этим управлять. Вот это называется знанием. И только личный опыт измененных состояний сознания дает нам возможность что-то менять. И поэтому программа, скажем, вот, семинаров по холотропному дыханию, большая программа, сертификационный курс, это изучение на личном опыте многочисленных опытов, связанных с измененными состояниями сознания, взгляд на многие ситуации с разных сторон, а это и есть больше и больше осознанность, это есть больше и больше объем, это странствие по душам, это раскрытие другим людям, которые участвуют в семинарах, и всех, которых объединяет общая жажда, раскрытие, познание, самопознание, докопаться до сути, понять, как устроено все, какова наша человеческая ситуация, и как мы можем найти свободу. Почему мы не свободны, например? Почему вопрос имеет смысл наибольший, почему я не свободна? Что мешает мне раскрыться и быть свободной? И уже постановка этого вопроса, это уже плодотворное, потому что большинство людей об этом даже не подозревает. Почему, насколько... Если уж быть совсем до конца честной с собой, я хочу быть, но на самом деле я не хочу быть свободной. Да, тут есть и такого рода, почему что-то во мне хочет быть свободной, а что-то не хочет? Да? Очень важный вопрос. Почему так сложно измениться каждому из нас? Какова природа той силы,
подобной силе гравитации или силе инерции, которая не пущает нам, мы хотим из колеи, из лунки нас обратно затаскивает, засасывает. Как работают все эти силы? То, что Кастанеда называл, там, помните, клей ситуации, да, когда все вот обратно. Любая ситуация, и стоит только нам, даже с близкими друзьями, вдруг стать другими. Нам кажется, что мы обновились, мы приходим к друзьям на работу, там, смотрит, Катя, ты что, с ума сошла там? Вообще, у тебя что, крыша? Или первая реакция наших любимых друзей, как только мы меняемся, что-то, вот они дают нам обратную связь и возвращают нас на что-то привычное. Им некомфортно, если мы меняемся, да? Им некомфортно, если мы не попадаем в лузу, если спектр наш расширяется проявление. Это уже вызывает тревогу у всех людей, это инстинктивное общечеловеческое чувство. А если мы слишком будем там непредсказуемы, то нас, пожалуй, еще и смирительную рубашечку там, или бутылочки там из-за угла там, да, чтобы не высовывался. И для этого существует много средств там контролирования диссидентов, инакомыслящих там и так далее. Все ненормальное нужно подравнять. Таков тоже закон устройства общества. Но при этом все, кто подравнивают, забывают о том, что всему, что они имеют, они обязаны ненормальным. Они обязаны творцам, прежде всего, конечно. Они обязаны гениям, те, которые открыли вот этот дар Прометея принесли миру, потому что все новое приходит в мир в форме необычных состояний сознания. Вот изменился гомеостаз, вы подключились к миру, совершенно необычному, и эта информация изменила вас, и вот этот опыт вы проживаете как измененное состояние сознания. Вы думаете, не схожу ли я с ума, там, что ко мне пришло, там, озарение. Потому что вы еще помните о том, кто вы были только что, и вот уже вот это новое переживание вас совершенно изменило. У вас есть опознавание того, что действительно все это совершенно сильно изменилось. И это может быть потом произведением искусства, открытием, формулой, новым видением мира, новым пониманием ситуации. То, что преображает нас от таких мелких откровений до фундаментальных озарений. И это способ также, это форма, в которой происходит наше собственное изменение. Да? Потому что каждое изменение опосредовано проживанием тех или иных измененных состояний сознания. Поэтому роль измененных состояний сознания в нашей культуре фундаментальна. Они являются источником нового. Они являются механизмом обновления жизни. И вот этой теме будет посвящена вообще вся конференция большая, 13-я конференция Европейской трансперсональной ассоциации в Варне с 21 по 25 сентября этого года. Так что вы можете тоже присоединиться на Золотые пески. Со всей Европы, со всего мира съедутся люди отдохнуть в бархатный сезон в пятизвездочном отеле, который стоит в двухместном комнате 55 или 60 евро, я сейчас не помню, и завтрак и обед включен в эту сумму. Там на пляже, в этом отеле, даже душ, из душа льется высококачественная минеральная вода, потому что там ее столько, в этих в горах, которые там вот, что она хлещет везде, теплая минеральная вода даже из душа. И ты моешься водой, которая в Москве разливается в бутылки и продается за большие деньги. Вот тема эта, конечно, фундаментальна. И холотропное дыхание является, по сути, вот тем инструментом, тем методом, который позволяет нам изменять свое собственное сознание и размывать границы восприятия, выходить из клетки эго и иметь иной опыт. И этот новый иной опыт очень тесно связан с нами самими и с теми задачами, которые нам нужно решить в данный момент нашей жизни. Потому что те переживания, которые возникают у нас в сессии холотропного дыхания, они являются переживаниями нашими, они уникальны для нас, и они выражают стремление нашего организма расти и освободиться от ограничений и проблем. И поэтому проживается то, что наиболее актуально в данный момент. Нет никакой необходимости
придумывать какие бы то ни было темы переживаний. Я буду заниматься, например, там, проработкой травмы рождения, как говорят Рибёферы. С точки зрения холотропного подхода Грофа это абсурдно. Потому что все равно наиболее оптимально проживание каких-то тем, которые в данный момент, они, может быть, связаны, наоборот, с энергетическими проблемами, да? Там, вот тяжело же столько весить, например, там, да? Или нужно сперва вот заделать дыры, через которые уходит энергия из меня, и тогда я буду способен жить на более высоком уровне. И тогда следующие задачи откроются. А, я претендую на то, чтобы беседовать с Девой Марией, там, у меня такая мечта. Но я даже не знаю себя, я не знаю других жильцов коммунальной квартиры, я не знаю своих субличностей, да, которые живут тоже в этом теле. Другие инстанции моей психики. Я знаю себя, но я не знаю своих саботажников, критиков, скептиков, помощников, ресурсов, союзников, которые тоже живут здесь, талантов, которые еще не раскрылись. И холотропный сеанс, который активизирует в целом энергию, он дает эту свободную энергию туда, где на нее существует максимальный запрос. А это прежде всего зоны, которые связаны с симптомами, с напряжениями, со сложностями, с проблемами. И как только появляется свободная энергия, все эти зоны начинают активироваться. Но прежде всего вот, связанные с напряжениями и с проблемами. И текущими, и, может быть, даже глубинными проблемами нашей жизни. И мы начинаем их проживать. И проживается не только сама проблема, но и, может быть, истории, которые стоят за нею, то, что привело. Если, например, у нас есть конфликт с каким-то человеком, да, мы разругались там, я не могу его простить, мы друг на друга сердимся, то эта проблема взаимоотношений может вскрыться, сесть и дыхание. Я могу почувствовать свою боль. И в какой-то момент я могу вдруг почувствовать боль другого человека. Я могу вспомнить о том, какие были у нас отношения. И вдруг понять, зачем я это делаю? Какой абсурд, что мы вот так вот уперлись и не можем сделать первого шага и не сказать первого доброго слова. Но это возможно только тогда, когда я полностью проживу жизнь другого человека. И в обычной ситуации это очень сложно, почти что невозможно, потому что мы пленники своего эго, мы пленники своего восприятия. И у нас нет достаточной энергии для того, чтобы выйти из себя к другому человеку и на какое-то время стать им и прожить его жизнь. Нас не хватает. Вот почему в холотропном подходе возможно ну, какие-то прозрения и решения проблем, которые невозможны в никаких обычных способах. Вербальной терапии, тем более, я вчера говорил вам о вербальной терапии, о том, что это палка о двух концах, то есть, с одной стороны, она интеллектуально что-то проясняет, с другой стороны, любая вербальная терапия, поскольку мы используем слова, это одновременно вербальный наркоз. Да, за рамки этих слов выйти становится уже очень сложно. И очень сложно от словам перейти к глубинным всеобъемлющим переживаниям. Пока мы говорим, мы еще не можем до конца включиться в уровень тела, в уровень энергии. Мы как бы отвлекаемся на слова. В холотропном подходе Грофа он постарался убрать любые препятствия, которые мешают установлению полноценного контакта человека с самим собой на уровне энергии, на уровне тела и на уровне ума, то есть вот всего богатства мира человеческого. И поэтому вся свободная энергия, поскольку сессия холотропного дыхания проводится в парах, и холонавты дышащие дышат лежа на полу с закрытыми глазами, то мы не отвлекаемся во внешний мир. А вся энергия, которая возбуждается интенсивным дыханием, направляется во внутренний мир. Она направляется к телу, она направляется к различного рода энергетическим препятствиям, проблемам, и она поддерживает работу внутреннего мира, воображение, ум, мысли и так далее. Все это дело активизируется, и во внутреннем пространстве или во внутреннем психологическом театре возникают сцены сознания, возникают драмы. И порой мы вспоминаем гораздо лучше о ситуациях своей жизни и проживаем их намного больше, более активно, нежели
даже тогда, когда они проживались об этом в первый раз. Да? То есть, например, мы можем проживать одновременно какую-то ситуацию на уровне житейском. Например, я могу проживать свои проблемы какие-то с головной болью, да, там вот я вот, как меня это заботит, как болит голова. На другом уровне это может быть ситуация, связанная с детством, может быть, с какими-то ударами, травмами головы. И на третьем уровне я могу проживать эту ситуацию, связанную с травмой рождения. Как мучительно я проталкивался головой вперед, там, через препятствия, там, то есть в момент рождения, и как сдавливало мне как обручем голову, и это было невыносимо мучительно больно. И иногда оказывается, что истоки психосоматики, истоки проблем, истоки симптомов лежат в самой глубинной, доступной нам сфере, сфере, связанной с травмой рождения, то есть с околородовым или перинатальным, как говорят, опытом. И проживание на уровне перинатальном окончательно разрывает порочные связи, и после такого опыта мы можем выздороветь от бронхиальной астмы, например, потому что, как показал Гроф, истоки бронхиальной астмы тоже коренятся в родовой травме. Мы можем заново освободиться там, от головных болей, от мигрений и так далее. Не говоря уже о том, что на перинатальном уровне также, и более подробно мы это с вами будем проходить на модуле по безумию, творчеству, архитектуре и психопатологии, как бы истоки, корни или возможности психопатологии, то есть неврозов, психозов, они коренятся тоже на перинатальном уровне. То есть та или иная сцепка с переживаниями перинатального уровня может служить тем семенем, которое при неблагоприятных ситуациях может развиться в психическое заболевание. И обычными способами здесь очень сложно справиться. Но проживание травмы рождения способно разорвать порочный круг. Вот каково пространство работы в сессии голотропного дыхания. Чтобы это было максимально эффективно, используются простые вещи. Гроф постарался, в отличие от многих сложных методов, ну, скажем, вайвейшн, о котором я вчера говорил, достаточно сложный метод, потому что, да, нужно, вы занимаетесь вайвейшн, нужно поддерживать связанное дыхание. А правильно ли я дышу, сразу возникает вопрос. Как только ввели критерий, норму, принцип, который нужно поддерживать, сразу в нас пробуждается контролер, который должен смотреть, правильно или неправильно, да? А связано ли я дышу, возникает сразу вопрос. А достаточно ли я гибок? Тут же у меня еще один контролер проверяет это, гибкость контекста. А не забываю ли я о радости? Я должен быть всегда радостным там. И вот пять принципов вайвейшн требует пять контролеров для каждого из принципов. И все. И я уже не могу идти в глубину, потому что контролеры принадлежат к общепринятой реальности, они оттуда. И они не пустят меня достаточно глубоко. И поэтому с помощью вайвейшн, например, очень сложно, практически невозможно пережить родовой опыт, мощный трансперсональный опыт. Не пускает. Но с помощью вайвейшн можно достаточно неплохо проработать межличностные отношения. Да? И метод вайвейшн, например, блестящая работа при дыхании глаза в глаза. Люди садятся друг напротив друга там, и, например, дышат, смотрят друг в глаза, видят изменяющиеся лица, там, что-то могут говорить друг другу. И это действительно очищает взаимоотношения. Здесь, наверное, оптимальный диапазон, где этот метод лучше всего работает. В холотропном подходе дышит с закрытыми глазами. И в голотропном подходе никак не регламентирует дыхание ни в плане связности, ни в плане бессвязности. Там говорится, что единственная характеристика – это интенсивность дыхания. А уж каким образом эта интенсивность достигается, вы просто дышите интенсивнее, значит, глубже и чаще. Но глубже и чаще, например, очень часто и поверхностно собачье дыхание, да? Или глубже и чаще, например, как кузнечные меха. Или как паровоз.
И как идет в данной ситуации, и неважно, дышите ли вы ртом или носом, вы можете дышать ртом, вы можете дышать носом, вы можете вдыхать ртом, выдыхать носом, или выдыхать ртом, вдыхать носом. Как хотите, как Бог на душу положит. Любой вид более интенсивного дыхания будет правильным видом холотропного дыхания. Просто, да? Проще простого. И больше ничего о дыхании не говорится. Поэтому любые вопросы, которые у вас могут возникнуть в ходе сессии дыхания, правильно я дышу, ответ уже есть, правильно. Уже есть. Коль скоро вы пришли сюда, и коль вы дышите, как вам дышится по максимуму в данный момент, значит правильно. Если у вас возникли какие-то сомнения, что я недостаточно интенсивно дышу, вы всегда можете добавить. И это тоже будет правильно. И чем интенсивнее вы будете дышать, тем, ну, может быть, больше энергии, более мощный сеанс. И мы никогда не говорим никому, дыши сильнее, давай там обязательно, давай, давай, пошла там. Потому что мы же не знаем ситуацию человека. Да. Кому-то нужно идти туда, а кому-то, может быть, нужно сперва осмотреться, да? И поэтому мы никогда не занимаемся, как реберферы, проталкиванием человека. А я помню, кстати, вот на моем первом сеансе Сондра Рэй там всех проталкивала, там, давай, давай, там, дыши, там. Мы дышали до скрипа, можно сказать, межреберного там, да. Когда уже там глаза закатывались, там, и пена у рта там. И в холотропном дыхании наш внутренний целитель, наш внутренний мудрец, холотропная мудрость, или вот, как мы иногда говорим на техническом языке, системы саморегуляции организма, мы доверяемся им. Вот они знают, как нужно дышать. Они знают, до какой степени я могу сейчас себе позволить. Потому что то, что верно с точки зрения одного человека, ситтера, который ассистирует, или ведущего, может быть, совсем не казаться таковым с точки зрения переживающего, с точки зрения холонавта. И поэтому у холонавта есть право на свой личный суверенный опыт и право на защиту этого опыта, право идти своим путем. И поэтому как бы ни помогали ему ситтеры и холонавты, ну, например, у нас есть вот такое правило, что если, скажем, дышащий прекращает интенсивное дыхание на 1-2 минуты. Он дышал, дышал, потом забылся, замер, или системы там какие-то защиты сработали, или возникла мысль, что вот если я буду дышать, то я сойду с ума, нужна пауза. В этом случае ситтер напоминает, скажем, мягко прикасается к плечу, и человек вспоминает, что он пришел сюда заниматься холотропным дыханием, начинает дышать более интенсивно. Это делается потому, что если будут большие перерывы, то не запустятся механизмы психофизиологические. Я вчера показывал вам исследования Бубеева и Ушакова, связанные с необычными состояниями сознания. То есть не запустятся механизмы интенсивного дыхания. Поэтому мы напоминаем. Но с другой стороны, дышащего, у холонавта всегда есть суверенное право, которым он, если он хочет, может воспользоваться. Называется хозяин-барин. Он может сказать «стоп» слово. Если он сказал слово «стоп», то тогда ситтер и ведущий прекращает даже напоминать ему дыхание. Ну, как хочет. Человек там волен, имеет право, заплатил деньги, может заниматься дыханием, может просто полежать под музыку. Дело хозяйское. Если он так считает. Но если вы будете говорить нам «отстань от меня», «не напоминай мне дыхание», «хватит», то вот любые слова подобного рода воспринимаются как часть вашего процесса. Кто-то вас сопротивляется, и на это мы имеем право не обращать внимания. Снова напоминать о дыхании. Только если вы скажете священное слово «стоп», это единственное слово, которое говорит о том, что вы сознательно приняли решение, например, там, чтобы вам не напоминали, что вы напускаете на саморегуляцию. И также слово «стоп», когда вы говорите, мы прекращаем какую бы то ни было интервенцию по отношению к вам. Мы, так сказать, составляем вам самому себе. Но с другой стороны, коль скоро мы пришли и коль скоро мы занимаемся холотропным дыханием, а это достаточно интенсивная техника, и мы занимаемся достаточно интенсивной провокацией, вглядываясь в свою собственную глубину и
пробуждая спящие силы, которые так спокойненько в таких вот в могильничках спят там, так сказать, на кладбище нашего бессознательного, недоделанные дела, непережитые чувства, разочарования, конфликты непрожитые. Вот мы начинали, так, знаете, как в фильме ужасов, «Ночь живых мертвецов», там, да, все это дело вот раскапывать. И могут быть непростые переживания в этом случае. И мы должны понимать, что, коль скоро мы пришли на сессию голотропного дыхания заниматься глубинной работой, то существует несколько правил. И одно из правил состоит в том, что эту работу нужно завершить до конца, находясь в этом зале. Другими словами, если в сессии голотропного дыхания у вас возникло состояние раздрая, ажиотажа, не хватит заниматься, гроф, фигню какой-то приделал, там, не хочу я больше дышать, я лучше пойду покурю там. Вот так делать ни в коем случае нельзя, потому что ваши эмоции, раздрай говорит о том, что вы находитесь в сильно возбужденном состоянии, может быть, в какой-то свойственной вам типичной реакции на сложную ситуацию, и лучше всего с этой ситуацией иметь дело и работать в пространстве, где она возникла, то есть в комнате, предназначенной для работы с такого рода сильными чувствами и эмоциями. Вы можете ее выражать, вы можете кричать, говорить, там, проецировать на ситтера, на ведущих, но вы должны до конца всю эту работу проделать в зале, потому что мы, как ведущие, не можем бегать за вами, потому что есть еще 20 или 30 человек, которые находятся в этом зале, и им нужна наша помощь. И мы именно поэтому и замыкаем работу в какой-то замкнутом пространстве, в комнате, для того, чтобы все было доступно для помощи и поддержки. Поэтому на какое-то время эта комната преображается там в палату сумасшедшего дома, такого рода гастроли. На гастроли приехал сумасшедший дом. Люди начинают там проявляться нехарактерно, потому что энергия выходит из берегов. И более того, у нас задача в том, чтобы это все отпустить, чтобы это вышло из-под контроля нашего эго и дошло до нашего сознания. То есть сойти с ума, чтобы войти в сознание. Да? Под умом я имею в виду сейчас нашу общепринятую, нашу матрицу, реальность, в которой мы живем, повседневную. У меня вопрос относительно интервенции возник. Вот в собственных процессах у меня бывают моменты, как правило, это к завершению сессии, когда дышать уже не хочется, и идет какое-то более глубокое погружение, но такое достаточно спокойное. И в этот момент очень напрягает, когда ситтер пытается там что-то, давай дыши, там под конец, когда уже идет какой-то процесс интеграции. Вот я как бы вопросы с позиции ситтера задаю. А как распознать, когда нужно фасилитировать дыхание, а когда нужно дать человеку просто погрузиться действительно во что-то? Ну, есть, во-первых, два простых принципа. Принцип минимализма. А то есть, ну, там, где не нужно уж, явно не нужно, не нужно навязывать свои услуги, свою помощь. Не нужно, как медведь, там, сказки Морозко, какое вам доброе дело сделать, там, да и бегать за перепуганными девками, там. Принцип минимализма, это значит, вот, я откликаюсь только тогда, когда меня либо явно просят, либо ситуация совсем уже явная. То есть для начинающих это работает. И второй принцип, это принцип, если вы все-таки решили попробовать, принцип обратной связи. Обратная связь бывает положительная, обратная связь бывает нейтральная, и обратная связь бывает отрицательная. Если обратная связь положительная, то есть вы начали, надавили на плечо, вам показалось, что оно начинает приподниматься, положили руку, а плечо еще пошло вверх навстречу вашему надавливанию. И вы зафиксировали, вот значит, может быть, вот такое напряжение нужно человеку. Это положительная обратная связь. Вы надавили немножко на плечо, а плечо неподвижно. Ни туда, ни сюда. Это нейтральная обратная связь. Может быть, что-то нужно отстать или попробовать что-то еще другое. Третья ситуация. Вы положили руку на плечо, а плечо отодвигается. Оно не хочет, чтобы его давили, с ним работали, отрицательная обратная связь. Вы прекращаете. И вот постепенно, постепенно, наблюдая за собой, получая обратную связь от группы в ходе групповых обсуждений, мы начинаем развивать и свою интуицию, и наблюдательность, и смелость действию, потому что некоторые злоупотребляют принципом минимализма, то есть сверхминимализм, вообще сидят безучастно там, а человек там
просит помощи, они нет, нет, еще рано. Володь, вот раз вы затронули тему телесности, как бы, процессе холотропного дыхания, каким образом можно именно как бы, через телесную терапию сориентироваться? И когда это нужно? Ну, самый простой способ работы с телом – это необходимость первой напоминать о дыхании, когда это нужно. Человек забывает, мы прикасаемся к телу, работаем, или дышим над духом, например, и включаем. Второе, когда нас явно просят о чем-то, подержать за руку хотя бы, это контакт телесный. Когда наш холонавт или соседний холонавт слишком активно проявляется, катается и могут помешать процессу нашего, или наш может помешать, и мы тогда становимся, встаем или ложимся, чтобы создать барьер, преграду. То есть это второй способ. И, когда нас явно просят, например, мне больно, помассируй там и так далее, показывают там, прикладывают руку там. Когда человек начинает ползти активно, и нам нужно его как-то задержать. Когда возникает ну, какой-то бурный такой процесс, и нам нужно как-то, может быть, вдвоем даже создать контейнер для этого процесса. То есть вот основные вещи. Более детально мы на первом модуле проходим работу с телом. У нас есть диск Стэна Грофа по работе с телом, где компактно Стэн и Кристина Гроф полтора часа объясняют основные принципы работы с телом. И у нас есть подробно на 7 DVD-дисках полностью заснятый сертификационный семинар по работе с телом, где ну, все мыслимые, возможные ситуации, если это интересно, DVD-диски здесь есть, и те, можно спросить у Яны. Есть семинар полностью по работе с телом, есть семинар полностью по музыке, есть семинар по психодуховному кризису Тева Спаркса. Ну и там масса лекций Грофа на темы там, архитектура, психопатология, это еще один модуль там. То есть все базовые модули у нас из первоисточника, заснятые подробные DVD имеются. Для тех, кто хочет там что-то такое вот. В рамках дополнительного модуля, как это, трехдневника, мы не можем там ну, какие-то такие большие темы показывать, только вот такой короткий ответ на вопрос я могу дать. Значит, насчет дыхания все понятно, да? Мы разбиваемся... Непонятно что-то? Один небольшой вопрос. Относительно контроля, в любом случае, небольшой элемент контроля вначале есть, да, когда мы хотя бы себя принуждаем дышать активнее. В какой момент все-таки его нужно отпускать? Мы начинаем действительно какой-то волевой момент, но потом мы, как правило, большинству удается передать это уже на поток. Как всегда, когда мы что-то делаем, поначалу мы прикладываем к этому усилие, потом это становится уже само собой фоновым, без усилий. Открывается второе дыхание при занятиях спортом всегда, правильно, да? И поначалу нужно усилие, потом все естественно. Музыка ритмичная этому помогает. Мы используем отборную ритмичную экстатическую трансовую музыку. И эта музыка используется не только в сети холотропного дыхания, на любых других трансовых экстатических процессах. И мы как бы цепляем процесс дыхания на музыку. И там просто уже автоматически дышим в каком-то ритме, кратном ритму музыки. Не обязательно полностью совпадающим там, с сильными тактами, а какой-то кратном, там, скажем, там три такта, а я два дыхания сделал. Это очень легко получается. И... это не требует какого-то контроля, но, может быть, внутренний контролер, который, ну, сказали дышать глубже и чаще, и я начинаю дышать глубже и чаще. Я смотрю очень строго, чтобы дышать глубже и чаще, глубже и чаще, глубже и чаще, глубже и чаще, глубже и чаще. Достаточно, да, глубже и чаще. И ничего не происходит. Ну, накапливается как-то гудение, напряжение, а потому что вот функция контролера стала слишком большой, слишком всеобъемлющей и заняла все переживание. Это, то есть я не смог отпустить этого контролера. Я слишком придал ему большое значение. Я называю это дышать по стойке смирно. Да. И здесь нужно в качестве какого-то такого антидота, ну, может быть, ну, не знаю, какое-то такое вот ощущение экстатики, может быть, ощущение
ну, полета, ощущения такой импровизации. Я вот иногда использую пример с Мироновым, помните? Так. Помните? Вот такое ощущение танца, кружения. Из мультика там про кота. Вот состояние кружения, танца, дыхания, импровизации, которое противоположно дыханию по стойке смирно. Вот в такого рода состояние экстатического танца, дыхания, оно получится вернее. Вот тут вы начинаете дышать, и потом сами удивляетесь, как говорит Кристина Гроф, тому, что происходит. Очень быстро возникает переживание измененки. Но вот эти измененные состояния сознания, они очень чувствительны к контролю. Если у вас есть какие-то контролирующие инстанции, основанные на сравнении, страхе, бухгалтерии внутренней какой-то, защите, то пройдет время, прежде чем вы научитесь сходить в более такие пластичные состояния. У кого-то могут быть преимущественно телесные переживания, у кого-то могут быть преимущественно энергетические переживания, то есть энергия в теле гудит, там целительная энергия, потоки энергии сверху, с космоса посылает туда-сюда, пролечили себя полностью, ну, такого рода вещи. У кого-то могут быть визионерские переживания, у кого-то, то есть встретится там с Шивой, там потанцует, создаст вселенные, там пройдет через огонь, воду и медные трубы, такие мифические переживания. Кто-то проживет мистерию там карт Таро там, и расклады своей жизни, увидит, как расклады Таро, там, такое космическое Таро, жизнь как космическое Таро. То есть может быть много разных вариантов, и ни один из них не является лучшим или худшим. Ваше переживание – это ваше уникальное переживание. И нет никакого смысла и никакой ценности определять, достаточно ли оно хорошее, потому что возможно всегда то, что возможно в вашей ситуации. И без той работы, которую делают так называемые тихие переживания, ну вот телесная работа интенсивная, боли, скрючивание, интеграция, невозможно будут следующие продвижения, следующее развитие. То есть каждое переживание, оно необходимо для того, чтобы выполнить какую-то задачу по телесной, энергетической или психической интеграции. Поэтому не оценивайте свои переживания. Некоторые все равно говорят, ну, у меня, говорит, к сожалению, там были, не было никаких картинок там. Картинки появятся, когда им придет для этого время там. У кого-то с первого сеанса, у кого-то с десятого сеанса. Но необходимо сделать работу для того, чтобы добраться до каких-то тем, включить какие-то внутренние способности восприятия. И не нужно гнаться ни за чем. Самое главное, вам нужно открыться и отправиться в путешествие. Самое главное – это ваше желание познать себя. Самое главное – это ваша жажда познания. Только это имеет смысл. Итак, Холонафт у нас лежит с закрытыми глазами на спине, дышит интенсивно, слушает музыку с закрытыми глазами, проявляется, то есть танцует танец Холонафта, если ему нужно, он двигается, передвигается, там, так сказать, не проживает ситуацию статично. А ситр сидит и бдит, то есть помогает, если надо, защищает, ограждает, дает салфеточку. Если необходимо, доводит до двери туалета и назад помогает прийти лечь на свое мат. И когда вы закончите сеанс, как Холонафт, вы не уходите сразу. Ну вот я закончил, да, мне кажется, все, пойду. Вы обязательно подзываете меня, Катю или Илью. Вот нас трое работает сегодня, помогает вам, то есть одного из нас, мы вас проверяем, ну, смотрим на вас, там своя такая система проверки, если нам кажется, что все в порядке, мы говорим, хорошо, там можно идти, там, или прямо сейчас, или через некоторое время, если нам кажется, что нужно еще немножко посидеть, ну, вот песня доиграет это,
и эта музыка, и тогда можно будет идти рисовать, если хотите. И вы рисуете, мы называем эти рисунки мандалами. Из цикла рисунки детей, там такой лист бумаги, круг, и вы что-нибудь рисуете мелками или красками, каляки-маляки. Да? Многие из нас давно не рисовали, но каляки-маляки каждый может нарисовать. Что-то, скорее всего, это будет, если у вас есть какие-то отчетливые воспоминания о дыхании, что-то связанное на тему этих воспоминаний. Либо, может быть, что-то, что вот пришло в голову вам прямо сейчас. Но что-нибудь нужно нарисовать. И Ситр, и Холонавт мы просим, чтобы рисовали рисунки. Это такой визуальный дневник. И затем вечером, когда мы уже поменяемся в парах и отдышим, мы собираемся снова в этом круге и обсуждаем свои переживания. И вечером же мы займемся с вами пранаямой, потому что сейчас уже для этого не так-то много времени, мы так, больше, чем я планировал, введение, уже около 12 часов. Катя, все самое главное я осветил? Зачем ты свет выключил на слове «осветил»? Да, давай. Не забудьте снять часы, сережки, цепочки, вот там ремни мужчины. Что-то такое, что может вам просто немного оставить какой-то дискомфорт во время дыхания. И выберите себе пару. Это может быть лучше всего, если пара мужчина-женщина там. Мужчина всех не хватает всегда. У нас только был один семинар, на котором было 60% или 65% мужчин и 35% женщин. Обычно обратная пропорция. Вот, и за время вот этого перерыва, когда вы выбираете пару, нужно еще будет заказать для себя обед. И Кате это поможет. Нужно будет заказать, выбрать и сдать деньги на обед. И пока мы дышим, этот обед будет принесен службой доставки. Какие вопросы? Тогда приступим к практике. Стульчики все свои возьмите каждый и давайте вынесем их. Часы просто какие-то необычные. Ну как, не то, что необычные. Такое волшебство просто. А если в прошлый раз после того, как мы пранаяму делали, да, что у человека зависло спокойно. А в этот раз уже просто чистим. Снова тут вышел домой. Ко мне приходят знакомые, среди которых там, двое категории друзей, мы уже общаемся, дружим, что-то пережили вместе, то есть дружба. А остальные знакомые, они вот приходят ко мне, заходят, и у меня, значит, на плите стоят огромные такие кастрюли еды, и они все приходят ко мне, едят, и я, значит, подхожу, открываю кастрюлю, а они полные. Не оскудевает, да? Да, я начинаю... Вот мне это не нравится, потому что они уже какой-то... Причем они ходят за мной по комнатам и стоят в какой-то очереди. Есть? Я уже говорю, ешьте и уходите. Они вроде бы как едят, но я не вижу ни тарелок, ничего. И мне вот как-то дискомфортно, я стала прям прятаться от них. Причем четко я вот видите, я знаю этих людей, вот сейчас приеду, устрою разговор. Да, обратная сторона дружбы, да? Нет, я просто, знаете, поняла вот этот сон, я вот уже когда стала просыпаться, я вот как-то стала задумать прям, и в таком полукаком-то таком непонятном еще состоянии, и уже не сна, но и в то же время еще не бодрости, я только-только выходила из сна. И вот четко я просто поняла, что это люди, которых здесь нужно избавляться, потому что там дружбы совершенно никакой нет, и знакомства, которые они мне не нужны. То есть они приходят, вот реально питаются просто, наверное, мной, вот, видимо, вот как-то вот так, каким-то образом, в эмпиризме. Ну и все, я уже так настроилась. Не сегодня, не завтра начну. Ну ты только не спеши, общий совет вообще, если что-то возникло вот в пространстве семинара, то дай этому отстояться несколько дней. Если через несколько дней там у тебя все равно подтверждается, и ты посмотрела, да, он не совсем может быть друг, а в большей степени там прикребатель, да, или нахлебник. Ну, может быть, там имеет смысл как-то изменить внутренние отношения, по крайней мере, да? Да, я думаю, просто надо как-то заставить немножко. Все равно у каждого, да, общения есть определенные рамки.
Ну, дружба это какая-то взаимность обычно, взаимность обмена там, ресурсами, временем, информацией, там, чувствами. Там. А если взаимности нет, то уже не дружба, да, это другое. Потребление с какой-то стороны кого-то, да? Наверное. Такой короткий сон нужно мало. Кого, может быть, еще симптомы какие-нибудь после дыхания? У меня вчера было какое-то вечером агрессивное состояние. Не знаю, прям у меня эмоции, я думаю, что вообще, не знаю, как бомба, еще чуть-чуть меня поджечь, я просто взорвусь. А сегодня я встала, и у меня такое... Умиротворение, я как-то летаю. У меня довольно долго сохранялось. Можно сейчас мы на этом немножко сосредоточимся и потом? Хорошо, да? Ну, я не знаю. У Паши, да, сейчас? Или у себя? Нет, у себя. Ну, просто 5 минут уже. А, соседи, можно сказать. И с ним не общалась вчера? Ну, мы пообщались, но он просто общий спросил, как. Ну, я просто рассказала, что я видела кобру, на эту тему с ним побеседовали. То есть он говорит, возможно, говорит, кобра же как бы самый главный помощник, говорит, возможно, что у тебя позвонок. У тебя были проблемы, да, вот такая кобра, да, вот эта гибкость. Я прям всегда чувствовала, что я вот так вот была в лопатке. Но может быть от кобры остался вот этот гнев какой-то, да, так? Пошипеть на кого-то. Нет, да? Хотя я видела кобру, она ни в коем случае вообще не кусалась. Вот у меня вот именно вот эти вот движения. Это в сессии, а вышло из сессии, когда там другая часть, может быть, возможно, стала. Но я вчера прям, я не знаю. Ну, хотелось пошипеть на кого-то там, или, может быть, даже ужалить. Ну, ужалила. Ужалила? Досталось кому-то, да? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, это вот такая, есть такой аспект, особенно для начинающих, когда мы немножко путаем внутреннее состояние и внешний мир. То есть мы можем быть переполнены энергией, и когда мы переполнены энергией, вся энергия, которую мы набираем через дыхание, она может быть не преобразована в работу по интеграции, по осознанности, по проживанию ситуации, по движению. Ну, мы еще неопытные голонавты, может быть, стесняемся выражаться, да, во время сессии. Некоторые не стесняются, там, а кто-то стесняется, поэтому вот этот избыток энергии, он может направляться в какие-то вот по привычным руслам, что называется, сброса лишней энергии. Клапана у нас есть защитные. Эти клапана, как правило, это либо такие экзальтированные состояния, либо такая интенсивная, но никуда не приводящая активность, такая суетливая, мощная активность там. Раздрай, либо отрицательные эмоции, тоже такой привычный канал сброса. И нас переполняет, нам от этого может быть дискомфортно, потому что с такой энергией мы не привыкли жить на таких уровнях. И ищет выход через предохранительные клапаны. Я, наверное, настолько не привыкла, что у меня потом были эмоции, слезы, плакала. Ну, это в целом. Мы размягчаемся, становимся в каком-то смысле более чувствительными ко всему. Через день-два это выравнивается, видишь, тебе достаточно было отдохнуть ночной сон, и состояние уже более ровное. Это видно, вот это сейчас проявляется, и вообще по всему по лицу там, что такое ровное. Даже ты говорил, что положительное с утра. Да. Знаете, что тоже вот закон дал? Да? Если проявилось что-то отрицательное, то проявляется положительное, там, и наоборот. Там. Поэтому не стоит отождествляться с крайностями. Слишком радоваться, когда хорошо, слишком печалиться, когда плохо. Потому что и то пройдет. Это естественный процесс балансирования противоположностей. Потому что наша жизнь проявляется в раскладах полярности. Как то, как это, как то. Вот эти расклады очень хорошо учиться видеть. Вот вчера был вопрос о синхронности. Синхронность – это тоже расклад. Нечто из глубины проявляется как мое внутреннее восприятие и как внешние события. То есть вот расклад из глубины распрессовывается на внешнее и внутреннее.
корень у них один, поэтому мы видимся. Нам кажется связь, но мы не понимаем связи, потому что мы слишком дружны с собой, поэтому нам кажется непонятной, странной, удивительной, чудесной. Такие вещи. Я помню, на одной из сессий, которую проводил здесь Гров, семинар у нас такой был очень классный, но застенчивый парень в группе, такой очень тонкий, артистичный, но очень стеснялся, особенно с девушками. И после, во время сессии дыхания у него там возникли некоторые проблемы, я стал с ним работать, но, как иногда бывает, прямо рядом возникла ситуация вообще экстремальная, поэтому я договорился с ним, говорю, я подойду тебе чуть попозже, сейчас прошу, там, ты сможешь с этим. И когда я закончил работать с соседом и пошел к нему, оказалось, что он уже закончил сессию, его проверили другие помощники, и он в зале. И у нас закончилась сессия, я пришел и спросил, ну как у тебя? У него были какие-то остаточные дискомфорты, эмоциональные, в руках что-то вот осталось. Он говорит, ну вот я решил побыть с этим, с дискомфортом. Вышел, походил немного, потом увидел, что там есть какая-то работа, нужно было что-то помогать, переносить куда-то. Я, говорит, взялся и почувствовал, как мне хорошо. И стал перекладывать, работать, трудиться. И я понял, что вот та энергия, которую я ощущал как дискомфорт, на самом деле это лишнее, это желание что-то делать. Но оно непривычно для меня, поэтому вот я не знал, куда ее деть. Знаешь, как иногда бывает, как иногда проявляется. Ну, это с опытом постепенно мы начинаем осваиваться и понимать, насколько тот средний уровень энергии, на котором мы живем, окрашивает, задает и определяет всю нашу жизнь. И насколько многие вещи, которые мы воспринимаем первоначально как дискомфорт, вот, что-то так подташнивает, что-то не то несет, там, раздрай, это на самом деле освоение игры энергии других уровней. И подстройка, и обучение управлению ими, сохранение равновесия, потому что каждый новый уровень энергии, он всегда ставит задачу овладения новым уровнем равновесия, держания баланса. Потому что жизнь – это катание на гребне волны. Чем круче волна, серфинг, да, тем больше возможное падение, но тем больше кайф, радость, скорость и так далее. Поэтому здесь вот жизнь на более высоком уровне сознания, она всегда требует более высокого уровня мастерства баланса. Нина, вот у меня, собственно говоря, просто довольно долго сохранялось еще именно какое-то физическое возбуждение. Если по спортзалам, то уж надо было куда-то. Ты в спортзал пошла, да? Ну, немного было, а пошла гулять с собакой. Собака часа два была. Ага. Потом немножко поприседала, и не знаю. Да, тоже, вероятно, возбуждение, которое не вышло. Просто нужно было именно физически как-то выбросить максимально. Ну, это же отличный способ, если даже рационница поотжималась, поприседала, немножко. Очень хорошее средство депрессии, физкультура, на свежем воздухе особенно, все про всех видов. Ну, пока вот я ехала в машине, не ехала, собственно говоря, до Академической, здесь рядышком, да. Совсем не ехала, там, не знаю, 10 там, да. Но с рулем мы прыгали вместе под нос. Подбрасывала, да? Да, еще музыка хорошая была, поэтому была счастлива. Могла бы рядом, в принципе, держаться. Только. Ну, с другой стороны, мало, наверное, никогда не бывает, просто осваиваешься. Ну, мне, наверное, в жизни в этом смысле повезло, потому что у меня вообще такое внутреннее состояние электролимика, потому что я долго сидеть на месте, мне постоянно нужен какой-то драйв, какое-то движение. Иначе я начинаю скучать, мне просто нужно как-то двигаться постоянно. Поэтому это нормально для меня, ничего нового, ничего такого необычного. Меня накрыло вчера вечером. Я приехала, поставила машину, дошла и чувствую, что я просто вот как после марафона. Обеспечена. Еще она сверху, так, что-то такое, легкий кайф. Я так душу и все.
Ну, сон был такой неровный, но с утра нормально, да, где так, то есть все сравнялось. У нас новенькая группа, только на один день. Скажи, если слово в себе, имя, если предшествующий опыт холодного дыхания, что... Меня зовут Наталья, есть корейская душа, и Владимир Виктор Пивченко, не сертифицированный. Он совсем не сертифицированный, он у нас пират такой, который неправильную версию. Я была даже трех не сертифицированных, на самом деле, но я не засчитываю, как с этих холотропным дыханием. Вот у Пивченко было все нормально, там хорошо было, когда после прохождения еще двух других стало чем-то хуже. И вот я пришла, чтобы выровнять эмоциональное состояние. То, что у меня было хорошее после корейского, и вот, кстати, Пивченко, был хороший очень результат, там много энергии. Вот, а потом я сходила еще на несколько сетов, и там немножко был нарушен формат. Вот, и как-то все мои достижения. Ну, так показалось, что стерлось. Ну, может, просто подошли к какому-то блоку и просто актуализировалось его. Да, вполне возможно. Ну, я пришла. Не смогла, да, перейти. Тогда барьеров не хватило каких-то ресурсов. Потому что у меня стало как раз больше энергии и вот какой-то внутренней свободы, то есть пропала зависимость от чужого мнения. А вот после нескольких сессий все обратно. Не верилось все достижения. Кто еще хочет поделиться? Я там, если кто-то из участников группы, пригласи их, пожалуйста, ладно, чтобы там вернее их от группового процесса не отвлекало. Обиды даже и заброшенность, как так, ну, кто обо мне позаботится.
Даже накрыть тепло не дадут. Я замерзла. Да, она с такой самоотверженностью заботилась о нем. В какой-то момент, когда она дышала, и ты откидывала одеяло, ты же была там, дышала очень интенсивно. А потом, когда ты легла, я тебя увидела. Что был какой-то маленький короткий момент, когда я пошла, на его пойдет. Ты ухватила, что он там поймал фрустрацию. Конечно, качество внимания это определяющее. Вы можете ничего не делать, быть рядом, но быть внимательным. Я обратил внимание, что некоторые вчера так начали вместе со своими голонавтами уже ловить кайф, драйв. Некоторые их подбросило, и они стали делать движения танцевальные, какие-то шаманские там. И потом я смотрю, кто-то уже там с закрытыми глазами, уже ничего не существует, ни зала, ни ситра. Человек вот ассистирует, да, но себе, наверное, уже в процессе внутреннем. Это искусство ситтерства, это в том числе и искусство работы вот с этими внутренними процессами, драйвами такой, конечно же, подхватывает. Конечно же, мы не чурбаны, и мы не можем быть безразличны ни к музыке, ни к своим состояниям, но задача ситтера – служить, оберегать. Вы все ваше внимание, вся ваша энергия направлена на вашего таланта. Вы помогаете ему в это время. И чем более самоотверженно вы сможете помогать, тем более полно вы сможете путешествовать. Это отдача и другому человеку, и отдача своим внутренним переживаниям, вещи взаимные. Это один и тот же процесс, способность полностью, безоговорочно отдаваться, направлять внимание. Поэтому для вашего же блага, для вашего же успеха, в ваших личных путешествиях как колонавта я горячо рекомендую не нарушать форматы, учиться быть совершенными ситтерами. Но ситтер должен чувствовать, да, что происходит? Ситтер, да, он должен чувствовать, что происходит в нем, что, как он думает, происходит в его подопечном, да. Чувствовать, конечно же, но в то же время он не отдается, если он не может работать с этими переживаниями, он их контролирует. Если он может работать с этими переживаниями, не теряя связи, не увлекаясь чрезмерно, тогда он может и пропускать через себя. Там, поэтому, если он слишком увлекается, отдает чувствам, были случаи, когда ситр там уже вместе, я, говорит, просто помогаю ему дышать, поддыхиваю. Ему, говорит, так легче, я уверен. Но мы же этого не говорили, мы же не говорили о том, что ситр должен дышать синхронно с холонавтом. Ну и что? Но ему же так легче, говорит человек убежденный. И вот он дышит, помогает. Через некоторое время раздается крик, а там и человек уже, ситр уже лежит. Холонавт просыпается, и человек уже ему помогать. Своему ситру, который уже в этом процессе. Это не совсем честно, так не договаривайся. Полдня в роли ситтера, полдня в роли голонавта. Она, знаете, как бы прет тоже вот с Эльвирой, с Ильей, там со всеми, кто вот тоже в зале. Но мы же ведь не танцуем, не подпрыгиваем до потолка, да, там. Не ложимся на хотя бы на 5 минут там подышать, потом снова вскочить с такими глазами, снова там что делать по залу. Какая-то вот, ну, мы тоже немножко можем там что-то вот чувствовать, ритм там, и когда мы подходим к каждому из вас, там мы сонастраиваемся, конечно же, а как почувствовать другого человека? Так, ну, можно немножко так вот подвигаться чуть-чуть, так, или заметно внутренне в большей степени движения, как двигается он там, какой-то, может быть, сделать выражение лица, похожее на выражение лица Синдра в данный момент, или какие-то движения. Привет. Мы как раз обсуждали вчерашний процесс все. Я как раз говорил о том, что некоторые ситтеры так увлекались процессом во время ситтерства, что уже там подпрыгивали чуть ли не до потолка. И нарушение формата. Нет, я в целом говорю, там несколько человек было. Только ты. Хорошо.
я пояснял только, почему это не очень полезно в целом, потому что мы все-таки, пока мы не мастера своего собственного внимания, пока мы не можем делать что угодно и в то же время быть совершенно внимательными, как концентрированно, так и вообще, такие интенсивные проявления нас, конечно, отвлекают. Достаточно сильно, потому что, ну, для того, чтобы совершать такие ПДД, нужно все-таки там какую-то значительную часть внимания переключать на себя. И это лучше тренироваться в том, что вот вы достаточно экономно проявляетесь во внешнем мире, в плане движений, в плане чувств, но делайте внутреннее движение, внутри чувствуете, и все свое внимание направляете на своего дышащего. Давайте тренироваться в классическом формате. Да, тяжело, я не могу. Вот лежит, значит, Юля, и она спокойно, так спокойно, да, все, а мне так хочется. Давай, давай, про себя. Неправильно получается. Да, да. Ну как же так спокойно лежишь, я про себя думаю. Вот я вам сейчас. Это вмешательство в процесс, потому что ты думаешь, что... Что ей надо. Во-первых, да, что это помогает, а некоторые люди приходят, знаешь, такие мастера, мастера рейки приходят на сеанс, мастера НЛП, там, мастера различных видов биоэнергетики, парапсихологии. И эти мастера, они же мастера, они начинают корректировать поля. Что-нибудь они начинают чистить. Пространство, или ведущих там, если не кажется, что-то такое. Если они в традиции православные, бесов изгоняют там с молитвами. И очень много других видимых и невидимых вмешательств в общий процесс. Но они же мастера, они действуют в жизни так всегда. И, или применяют свои фантастические знания каких-нибудь видов телесной работы или телесно-ориентированной терапии, массажа. То есть, ну, мы говорили, там, скажем, на первом модуле подробно холотропные принципы работы с телом, насколько они простые, экономные и глубокие. Вот это следование процессу, это принцип обратной связи, конкретные способы работы с разными проблемами и зонами тела, работа с эмоциональными ситуациями. А человек говорит, а я знаю, как с этим работать. Я делаю глубинный энергетический массаж. Я вообще мастер там рофлинга. Чего вы ко мне там? Я лучше вас знаю. То есть он приходит в это пространство от рук на дыхание, говорит, что я лучше знаю, как помогать. Как бы отбрасывая опыт грофа, отбрасывая традиции. Ну как тут можно чему-то научиться? Потому что лотропные работы с телом, поддержки, ассистирование уникальны. Действительно уникальны, потому что это невербальный опыт, потому что это традиция, которая за пределами концепции, за пределами ума, это работа в живом пространстве того, что происходит. Тут нужно заново учиться и чувствовать, и воспринимать, и освоить холотропную философию, холотропное видение. И из методов личностного роста и психотерапии, лично меня, например, я знаю все главные методы, многие изучал у хороших мастеров. Меня привлекает больше всего процессуальный подход Менделя и холотропный подход Грофа. Прежде всего, потому что они наиболее глубокие, и также потому, что в них меньше всего мешающего, искажающего, интерферирующего фактора в виде концепции, в виде уже предвзятого, предуготовленного знания. Эти подходы работают с тем, что есть, с процессом. Они следуют процессу, они поддерживают процесс. И на сеансе вокруг дыхания нужно учиться этому, а не при внесении своих прежних, очень богатых, может быть, очень важных, в других обстоятельствах, в нормальных ситуациях, в обычных состояниях сознания. Знания, они ценны, уместны, но в другой области, при других форматах работы. А здесь совсем другое, поэтому важнее и полезнее освоить, почувствовать уникальность ситуации сессии холотропного дыхания и в целом холотропный подход. И это проявляется также вот очень тонкой в пространстве взаимоотношений ситра и ланавта. Да, вот как раз к вопросу там, тоже процессуалки или телесной терапии. Я и тем занималась, занимаюсь.
Но у меня вырубился, наверное, или происходит некий процесс вырабатывания какого-то навыка, ощущения внутренней правды. То есть вот иногда тело само зовет сделать что-то, ну вот. Вот у меня вчера возникло ощущение, и то же самое, вот, например, в процессуалке происходит. Насколько я поняла, одна из идей в процессуалке, если есть ощущение, то, скорее всего, нужно за ним пойти. Ну, то есть какой-то вот не идея, а какой-то внутренний такой импульс. А вот в холотропе это работает? Или за этим... Во-первых, в процессуалке нет такой универсальной идеи в качестве вот такой главной идеи. Нет идеи, но есть, читая книги Мендела, если работает, есть, за ней пойти, нет. Главное, процессуальные, весь ассортимент процессуальных методов – это разнообразные технологии осознавания и присутствия. И следование чему-то – это один из методов и способов вывести это в осознавание. И он исходит из того, что на тонком уровне мы можем многие вещи не осознавать. Те, что происходят в так называемой сфере вторичных процессов сновидческого мира или даже самого процессуального ума. И поэтому для нас, которые ограничены своим редактором реальности, своим повседневным опытом конвенциональной реальности, единственным способом погрузиться в этот мир, узнать что-то о нем, является следование заигрыванием, то есть тонким процессом, опечаткам, оговоркам, сплетням, идеям, сновидениям, телесным процессам, симптомам, для того, чтобы перейти за край, за барьер. Подожди, это не совсем так. И это следование, оно совершенно разная стратегия. В том случае, если ты терапевт, в том случае, если ты клиент, в том случае, если ты находишься в супервизии, если ты ведешь супервизию, это совершенно разные вещи, требующие разных навыков осознавания. Поэтому, если ты клиент, а я терапевт, я буду побуждать тебя следовать каким-то процессам для того, чтобы выйти во вторичный процесс, усилить их в каналах, развернуть и так далее, для того, чтобы для тебя проявилось то, что не проявлено сейчас в твоем нейрографичном процессе. Для того, чтобы расклад Дао стал целым, не только белое, но и черное, то есть лунная сторона проявилась. И тогда расширится поле осознанности и диапазон пространства идентичности. Вторичные процессы станут более осознанными, первичными. Если ты являешься терапевтом, ты поощряешь процессуальный подход, работу вторичных процессов, но с собой ты работаешь совершенно по-другому. Ты прежде всего, твоя первичная идентичность, терапевт, ты ловишь сигнал, ты ловишь заигрывание, и ты стараешься, но для тебя это внутренняя работа. Ты это не разворачиваешь и не проявляешь. Ты можешь давать там, на более тонких уровнях там, работу с процессуальным умом, там, с землей, ты можешь давать некую обратную связь, как тоже средство, понимая, что часть твоих внутренних процессов принадлежат не тебе, а принадлежат поле земли, принадлежат группе и так далее. Ты их проявляешь для того, чтобы сделать более осознанную ситуацию в целом, потому что это может быть важная информация для кого-то. Может и не быть, а может и быть, если это именно не твой личный процесс. Поэтому здесь вот такая вот сложная игра метод проб и ошибок, возобновление постоянно вот в этом, так сказать, виртуальном поле. Но это не просто следование процессу, не просто усиление процессу. Понимаешь, это вот, ну, нельзя это в виде догмата понимать. И точно так же вот в холотропном подходе это не просто там мы вот все так как бы поддерживаем, не просто следуем. Это, ну, это часть более такой простой и в то же время более всеобъемлющей холотропной видни или холотропной мудрости, когда все само собой стремляется к целому. Почему? Да потому что оно уже осознало себя отдельно, частично. И знание, что я есть часть, есть целое, уже создает вектор движения к целостности. Понимаешь? У каждого из нас. Как только мы осознаем ситуацию своей отделенности от других людей, как только мы понимаем, что есть другие люди, да, все, уже возникает осознавание своей отделенности, деления мира на я и не я. И, соответственно, жажда целостности. И холотропный подход, он работает вот на этом фундаментальном уровне, поддерживая ситуацию. И вот тонкая экология взаимодействия ситра и холонафта, она трудновыразима в каких-то простых примерах и словах. Но иногда вот я использую для того, чтобы
как-то развернуть взаимосвязь Сиктора и Голонафта, какие-то истории. Вот одна из историй связана с моим первым путешествием на мой первый семинар Грофа. Я был там, ехал туда через Нью-Йорк, и в Нью-Йорке там я жил у своего знакомого по буддийской нью-йоркской общине Джима Кассилио. Он тогда работал таксистом в Нью-Йорке. И мне нужно было рано утром из квартирки Кассилио на Манхэттене на автобусную станцию по таким каким-то глухим и подозрительным кварталам добираться. Где-то, может быть, минут 15 там. И там, как вы знаете, полно странных людей, бомжи, а нью-йоркская подземка — это вообще там история. Как раз в том же 90-м году, вот во время этого пребывания в Нью-Йорке, я там встретился с Яшей Маршаком, он был в своем вояже, мы там с ним погуляли, поговорили, обменялись впечатлениями, и он рассказал мне, что вот к нему в подземке там просто один приставил бику, негр, и потребовал, он дал ему деньги. Это днем было? Днем, конечно, прямо в нью-йоркской подземке. Там. Он чувствовал, говорит, вот я чувствовал между ребер прямо эту пику. Такой острый, конкретный. Я пырнул бы, если бы я там ему не дал. Поэтому много было всяких историй там на эту тему. И была еще одна мне ситуация, когда мы возвращались как раз вот из конференции по гуманистической психологии ежегодной, которая была в соседнем штате, в Вермонте. И мы ехали в Нью-Йорк затем на автобусе через Бруклин. То есть мы ехали, и нас тормозили. Нас два раза тормозили группы, такие темнокожих. И они, так сказать, настойчиво и внимательно выясняли, кто это такие, потому что они видели в автобусе какое-то количество белых людей, которые вторглись на их территорию. И наши темнокожие коллеги-психологи объясняли и нас пропускали, выяснив обстоятельства. Как, ну да. Но меня предупреждали тогда в Нью-Йорке, что если, так сказать, вот до 110-й улицы, там, вот там до 100-й где-то были белые кварталы, потом там кварталы латиносов, а после 110-й начинался Бруклин. Ну, в 90-х сейчас эта граница сдвинулась там. И говорит, вот туда больше не ходи. Потому что иначе, если ты пойдешь туда без темнокожего сопровождающего, который там будет с тобой, то ты можешь вернуться без головы. Да, то есть вот есть как бы такие области, даже вот в нашем физическом мире, куда без проводника гулять не рекомендуется. И это некоторая аналогия, которая позволяет нам понять роль ситтера в сессии голотропного дыхания. Да, потому что ситтер – это одновременно и тот, кто в связке с нами. Он проводник, он защитник на каком-то глубоком уровне. Во всех духовных великих традициях всегда есть защитники этих традиций. Архангел Гавриил и воинство, святых воинов, там, христианская традиция защищает. И на страшном суде, как мы знаем, там, будет сражаться. Или, поскольку страшный суд, согласно эзотерическому христианству, каждый миг вершится в душе каждого из нас, то есть сатана борется с Христом за душу каждого человека, то это олицетворяет внутреннюю невидимую брань. В буддийской традиции, скажем, тибетского буддизма, там такие страшные существа с пятью головами, там, например, там, с тремя глазами, кто-нибудь видел на тибетских танках, наверное, да? Это защитники учения, мужского, женского пола. И они свирепы, это выражает их гнев, их силу и их способность сражаться с любыми, кто пытается побороть это учение, скажем, на Тибете. И без защитников нам бы не проехать было через Бруклин. И вот когда я спросил у Джима Кассилио совет, я говорю, Джим, что мне делать там вообще, вот там разные люди подозрительные, мне нужно идти в 5 утра, там уже только-только расцветает, но все равно еще темно. Он сказал мне одну простую фразу, которую я запомнил на всю жизнь, потому что как-то вот она врезалась, и я понял ее глубинный смысл, он сказал мне, watch out. Watch around, смотри в оба, and don't worry. Просто смотри в оба и не бойся, 99% всех негативных ситуаций отвалится сами собой, потому что если ты идешь в прострации, боишься чего-то, ты легкая добыча, ты сам делаешь из себя, ты сам провоцируешь хищников.
Но если ты показываешь, что ты все видишь, что ты смотришь, что ты сам, возможно, охотник, никто к тебе не пристанет. Маловероятно, если уж совсем у тебя плохая карма. Там. Но, скорее всего, нет, если ты дожил до своих там, 30 с чем-то лет, там, то все нормально. Там. Плохая карма обычно забирает гораздо раньше людей. И я понял, насколько важен вот этот принцип, принцип присутствия, принцип понимания, принцип контакта с ситуацией, принцип осознанности, когда ты даешь вот людям обратную связь о том, что ты видишь, что они тебя видят, например, как в известной песенке, да? «Я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Вот, вот это взаимодействие, этот полет взглядов, эти мгновенные диалоги, эти обратные связи, да, и сигналы о том, что мы все это понимаем, что мы живем в этих обратных связях. Вот это составляет, может быть, суть взаимоотношений видимых и невидимых ситры и холонавта. Вот эта тонкая связь, тонкая поддержка, тонкая помощь, абсолютная уверенность. Ваш холонавт должен быть абсолютно уверен. Вы должны дать ему такую опору, такой контакт должен быть, что вы рядом, что вы всегда в любой момент придете на помощь, что вы сделаете все для того, чтобы ваш холонавт совершил максимально глубокое путешествие, максимальное погружение, чтобы у него был фантастический опыт. И ведущие, и помощники все сделают для этого. Тогда у вас будет совсем другой драйв, тогда у вас будет совсем другая уверенность, правда? А если вы немножко вот приоткрыли глаза, там, чтобы просить пить, там, или там, что-то еще, дай мне твою руку, а холонавт читает книжку. Очень интересно, как вот некоторые холонавты вчера читают. Да, просветление, да, так, да, так. Так, в темноте, там, вот там, про тайну просветления, там рядом холонавт страдает, мучится, когда бросает взгляд, еще кричит, еще дышит, читает. То есть я понимаю, что может быть скучно. В тех случаях, когда голодавт внешне ничего не проявляет. Но когда требуется уж, несомненно, какая-то работа, там, ограждать, помогать, нянчить, там, утирать слюни там, и носить на руках, что называется, лелеять, есть чем заняться. Но когда внешне ничего не происходит, когда холонавт вроде бы самодостаточен, там, да, дышит себе, пританцовывает, там, лице легкая улыбка, там, ну, глянул раз, глянул два, стало скучно, занялся своим переживанием, так, почитал книжечку, там, посмотрел мобильный телефон, там, куда сел, там, ну и вот. Но на тонком уровне энергия не идет холонавту, и он это чувствует. Как, какой-то вот, может быть, даже не осознает до конца, как отсутствие сильной связи, но вот почему-то не получается в этот раз там глубокие путешествия и так далее. Вы знаете, вот Гроф в самых первых своих экспериментах с интенсивным дыханием проводил сессии голотропного дыхания сам вместе с Кристиной в большой группе по образцу Рибёфинга. Да? Ну, вот двое метров, 50 человек в эсалене. Тогда они еще так в полулежа, там, в полукреслах, там какие-то, знаете, такие вот сидячие кресла дышали, самые первые варианты. И однажды в одной из сессий, работая с людьми, он сорвал себе спину, Гроф, и уже не мог активно проявляться. Они не знали, что делать. Кристина, женщина, не может так, как Стэн, там, помогать. И тогда, просто от безысходности, они сказали, давайте мы разделимся наполовину, одна группа будет половина ассистировать, другая помогать. Лично прикрепили. И в этот день результаты сессии были намного более глубокие. И Гроф очень быстро помнил все, потому что у него уже был большой опыт психоделической терапии, и он знал, как важно внимательное непосредственное ассистирование. Он думал, что он с Кристиной может быть такого рода ассистентом для всей группы. А нет, оказалось, что эту сиделку, которая сидит всю сессию рядом с тобой, ничем заменить нельзя, даже Грофом заменить нельзя. И результаты сессии, повторяю, были намного более глубокими. И с тех пор это стало классическим форматом, и углублялось. Роль ситтера состоит не только в том, чтобы исполнять роль того, кто рядом, а в том, чтобы быть тем, кто
полностью рядом, полностью присутствие. Это очень глубокая связь, и она является, ну, в какой-то смысле, корневой моделью вообще общечеловеческих отношений. То есть, чем в большей степени вы можете незнакомому человеку дать свое внимание, заботу, поддержку, и выйти за пределы любых барьеров, ограничений, которые могут быть связаны с тем, что мы едва знакомы, там, да мы друг друга не знаем, там, а мне он немножко не нравится, а я стесняюсь, там, и это не мой тип, там, мужчины, ну и так далее. Там, тем в большей степени вы будете со своими близкими, любимыми людьми способны раскрываться еще больше и больше. И тем легче вам будет в повседневных отношениях со всеми другими людьми. Это взаимный процесс. И тем мощнее, благодаря вот этому возможности открываться навстречу другому человеку, то есть миру через другого человека, да, и служить этому, тем мощнее будут ваши собственные процессы. Это процесс всегда открытия взаимным происходит в обе стороны, не только вовне, но и вовнутрь. Потому что, чтобы открыться человеку, мы должны открыться себе. Одна часть этого процесса более видима, другая менее видима. Некоторые комментарии. Кто хотел бы еще чем-то поделиться? У меня вот есть вот два вопроса по жизни, да, которые я до сих пор для себя решить не смогла. Это ощущение одиночества такое вот, ну, довольно острое, которое не зависит от того, одна я или нет. Я могу быть одна, я могу быть с любимым мужчиной, но все равно обычно это связано больше с мужчиной и дружбой, вот не с родителями даже, но с родителями маленечко и вот с любимым обычно. Но вот это ощущение одиночества, которое присутствует постоянно, я не, как бы, вот, мне всегда было интересно, почему, откуда это происходит. И вчера, когда была сессия, у меня появился образ вот такого мужчины, который защищает, так вот, ну, как бы сказать, ладно, я сначала хочу расскажу быстро. У меня до этого был образ такой, не могу понять, почему нет семьи у меня. Все для этого дано, нет семьи. Почему? Я спрашивала всегда Господа, почему, как бы, вот, ну, объясни мне. И мне пришла такая картинка, что в одном моем воплощении я была воином таким вот, либо римским, либо в каких-то вот таких шкурах, который насиловал девочек. И мне так стало, а? Ничего себе. И мне как бы так, мне не по себе, конечно, стало. Я почувствовала, что это, ну, что-то вот про меня действительно. Ну, вот там, да. Вот. И я просила, чтобы мне показали, вот как это произошло. Я хотела очень скорректировать это вчера. Вот. И мне удалось, не совсем, но мне удалось скорректировать вчера вот эту ситуацию, и он как будто прям переменился, да, там, то есть он стал защищать ее, там, да, то есть он как бы ее отодвигал, там, да, там, я дралась там за эту девочку, там, да, чтобы я как будто этот мужчина дрался, там, защищал ее. Потом все войны пропали, появилось такое просто бесконечное количество людей против вот этого мужчины, который просто... Архангел Михаил дал мне еще свет и просто этому мужчине, да, который просто останавливал всех их. И вдруг они вроде как пришли не для того, чтобы воевать, а для того, как для каких-то других дел, то ли коммерция, то ли еще там что-то, и вроде как это, и я их прощала всех за то, что у них были такие намерения. И я сама каялась за то, что был, и каялся как бы вот этот мужчина за то, что вот такое было. И у меня случилось очень интересное ощущение после всего этого вечером. У меня пропал страх, вот я пошла домой к родителям забрать деньги. Я вечером шла пешком до дома, хотя там эти минут 20, уже было поздно, 10 часов вечера. То есть как бы у меня вот, мне было не страшно. Я вот как бы раньше, наверное, там, не знаю, там, или маршрутку бы дождалась там. Я бы не стала гулять вечером. Не пошла бы. А тут я так спокойненько пришла, у меня там мальчика спросил, где Шалкальского. Я так рада была помочь. Он сказал, у вам Шалкальского, это вам на квартал, это вам направо. То есть... Мне вот, ну, раньше я сказала, на квартал направо. Мне прям такой вот, ну, мне хотелось прям показать ему. То есть вот при том, что я этого мужчину приняла внутри, у меня как что-то вот... Я боялась всегда принять внутреннего мужчину. Мне казалось, что я от этого стану резче, например, там, да, там, а мне пропадет что-то женское. А получилось совершенно наоборот, я очень рада этому. Я чувствую, что это не конец процесса, но пошел. Ну да. Начало чего-то нового.
кстати, даже вот когда я, допустим, очень хорошо так самозабвенно занимаюсь йогой, да, часика два, три, я неоднократно замечала, что, вероятно, идут какие-то импульсы во Вселенную, потому что даже идешь по улице, вот люди притягиваются, я могу идти без справочного бюро, ко мне столько народ такой спрашивает, где это, где то. Да, пожалуйста, ребята, я все расскажу, но они никому народу, по-моему, на улице, они сами прям идут. Звонят люди какие-то начинают, которых сто лет не видели, да, это и сто лет не вспоминал. Вот они прям сетуют. Так что это нормально как раз, очень здорово. Не до меня еще много. У меня какие-то сны снились много. Но единственное, что я запомнила, когда я проснулась, что я нашла книгу жизни. Я не знаю, что это такое, но я ее нашла, и она у меня есть. Я начала потом интерпретировать, и вот по, ну, не мозгом, а как по ощущениям. У меня это как-то скоррелировало с тем, что мы вчера говорили про ключ. Ну вот, как будто это про ключ. Да, совершенно верно. Ключ — это некоторый образ, метафора. Для каждого у меня свое внутреннее, конкретное проявление. Но это ни с чем не... Ты не можешь это знание спутать с чем-то еще. Оно уникальное. Просто знаешь, да? Вот она, моя книга жизни. И мы помним, что Эльмира пришла на семинар, потому что она как бы подзастряла в книжке смерти. В книге смерти, да, и сеанс ее начался с этого времени, вчерашнего. Сразу просто несколько глубоких вдохов, и началось то, что уже назрело. Спасибо. Я хотела еще сказать. Недавно такого не было, и вчера я это ощущение испытала. Ну, смерть эго символическая. Очень давно. Вот какие-то другие были процессы, там, ну, вот и рождение, там. А тут я прям порадовалась, потому что вот там из опытов там других традиций, да, вот то, что меня потрясло, и я радовалась, ну, смерть эго, потому, ну, как бы это работа с эго, проработка, и, ну, как бы гармонизация в моем понимании. И вот вчера вот это ощущение, что как бы неизбежность процесса и важность этого процесса. И я чувствую, что вот как бы вот это надо пережить, пройти, вот это вот, ну, отпускание чего-то вот такого, чего несущественно, то, что несущественно, чего, что мы вцепляемся вот, и с собой носим, то, что вот такое вот эфемерное, вымышленное, очень классно. Вот. Ну, какой-то вот в каком-то роде был такой процесс. Вот. И еще был такой процесс. Его достаточно сложно описать, когда мне шли рыдания, они относились совершенно, ну, они относились не ко мне, то есть это не проживал как собственную какую-то боль, вот там от чего-то такого жизненного происходящего, какую-то обиду. У меня были процессы переживания неизбежности чего-то, что очень сильное и мощное, что достаточно травмирующее. И я вспомнила, что у меня вот больше года назад на дыхании у тебя был процесс, когда ко мне пришла история женщины в средневековье, в каком-то западном, ну, в европейском городе, ночь, там, мостовая, и ее убивают как ведьму, там, копьем сзади, и потом в итоге все расходятся, почему-то она одна в темных одеждах. У меня был такой шок, когда я наблюдала эту историю. Ну, у меня, как я говорю, визуальный ряд достаточно слаб, ну, редко приходит. А меня просто потрясла эта история, потому что это имеет ко мне какое-то отношение тогда. И вот вчера, когда... Я не знаю, я это или какая-то часть меня там была в этой истории замешана тогда. Я поняла, что это однозначно все равно меня касается. Не стала циклиться на этом. И вчера пришло вот это вот ощущение, и я рыдала так. И у меня вспомнилась эта история, и я подумала, что это очень похоже на то, когда ты рыдаешь от того, что вот, ну, тебе там, тебя убили, тебя убивают, и ты должен умереть, никуда от этого не деться. И вот это вот рыдание неизбежности и не от жалости жизни, а вот именно вот эта неизбежность и проживание вот этой драмы. Я рыдаю, думаю, я не хочу сейчас привязываться к этой истории, ее заново вспоминать, раскручивать. Но что это такое? И вот вчера разговаривала потом с Эльвирой, и
я поняла, что ну, а-ля кармическое что-то, то вот неизбежность такая вот таких масштабных процессов. Это очень ну, удивительно, это непонятно, но это потрясающе. И такая важная штука, как я поняла, вот, вот, вот в этом раствориться, вот, ну, следовать за этим процессом, как ты говоришь, вообще потрясающе. А как ты узнала, что то, что было у тебя вчера, это смерть эго? Я не то чтобы узнала, я, ну скажем так, тут немножко какое-то сопоставление, ощущение, это как бы внутреннее ощущение, когда я опыт какой-то переживаю, вот понимание, но на уровне ощущения, что вот вау, вот, ну вот, вот это. А, и плюс, ну скажем так, я сопоставляю вот с теми опытами умирания, которые у меня были. И когда я физически была, там, ну, там тонула или там еще что-то, и похожие какие-то процессы включались. И, ну, когда я какие-то тренинги, ну, тренинги все мощные проходила, когда ты, тебя отделяют от тела. Похоже, вот в этом была похоже. Я угадала какие-то вот эти черты, я прочувствовала это. Это было, ну, вот на этом уровне. Я, дело в том, что я тогда, вот вчера в этом опыте, это прочувствовала, я не циклилась и не запоминала, и для меня не важно было это анализировать, как-то запомнить, вот-вот-вот. Я приняла это, я приняла, что это вот про это, наверное, и пошла просто дальше за процессом. Поэтому я сейчас, мне сложно вспомнить. Может быть, если я сосредоточусь, то я смогу как подробнее там разложить. Просто немножко к вопросу терминологии, потому что смерть эго — это обычно процесс драматический и масштабный. И он, когда, если пик этого процесса происходит, все силы утопного дыхания, то результат этого процесса имеет очень большой отпечаток на всю жизнь. И вот, скажем, то, что произошло с Аней на предшествующем марафоне, это, наверное, вот является смертью эго, потому что стало все, изменилась вся текстура жизни, когда реальная смерть эго. И ты проживаешь не только в сессии, но и в повседневной жизни очень мощный процесс крушения всего вообще привычных представлений. Поэтому, возможно, то, что произошло, это как бы ну, одно из переживаний микросмерти, да, да. Какого-то осознавания. Потому что смерть эго — это ну, как бы эго, смерти эго желать не может. И радоваться по этому поводу, и диагностировать это. Когда происходит реальная смерть эго, ты в смятении абсолютно. Я говорю, что нет, да, там, про похожесть. Пока еще другой идентичности для того, чтобы вот как-то все это собрать, а обычно это крушение, как крушение жизни. Но крушение жизни у меня произошло в сентябре. Это очень мощный, очень мощный. Да, трансформационный опыт. Я понимаю, о чем ты говоришь. По уточнению терминологии, да, чтобы да, там ну, мы как бы более точно использовали. Да. Ну так и есть все. Просто, опять же, понимая, что такое. Да, я и говорю, что это как элементы и похожесть. Вот я уловила эту похожесть вам вот в этом. По поводу крушения жизни для меня это не новость, потому что я много, ну, несколько раз переживала эти этапы в жизни. И самое мощное в сентябре, когда у меня разрушилась вся жизнь, когда я просто даже сделать ничего не могу, не могу даже ни за что уцепиться, потому что ничего нет. Как бы, это я прекрасно понимаю. И физическом уровне. Ну, она запустила этот процесс на физическом уровне. То есть я внутренне такая вся гармоничная, такая сильная пришла, и оно у меня вот просто все. Просто вот вообще шок, который длился там 2 месяца. Ты жалеешь, наверное, о том, что, да? Випассана. Почему же я? Ну почему же я? Почему ты так про меня думаешь? Нет, потому что ты сказала это для того, чтобы ты выразила. Очень тяжело было это принять, потому что у меня очень сильно были тенденции вцепляться. Мне очень сложно вообще отпускать было на протяжении жизни многие вещи. Там я не могла отпустить деньги, но я мучилась там на этих работах, годами работала. И как ты говорила, во время сессии утопного дыхания ставила бизнес-план. Да, да, да. И они вот потом составлялись, потому что надо же деньги зарабатывать, ну как же так? Вот я же там ну, на еду зарабатываю, а как же там вот деньги же нужны? Ну, в общем, ну тяжело вот это вот, да. Поэтому вот эти микропроцессы, которые включаются, для меня это очень радостно, потому что для меня это освобождение. И у меня нет такого, то есть какого-то краха при этом, там эго как-то там. Мне кажется, что я больше, наверное, в контакт с эго вхожу, ну вот с этим умом и с
какими-то... У меня потом, когда я сидела с ситером, когда я ходила, я разговаривала с тобой, еще с кем-то разговаривала, у меня включались вот эти вот потрясающие процессы, я более полно вижу со стороны. У меня пошла какая-то реакция, я с кем-то разговариваю, у меня пошла там чувство неполноценности, обида какая-то. Но иногда я отслеживала это в жизни, иногда нет, последние годы. А тут я прям вижу эту картину, у меня одно, второе, третье, вот прям такой лес раз вырос. Я сижу, думаю, вот я окунаться, мне неинтересно вообще в эти эмоции, мне очень хочется, ну, как-то гармонично жить, и они меня вот сейчас колышут, но, значит, они вылезли, и что-то надо с этим делать. Я сижу, наблюдаю, мне очень тяжело, меня так колбасит, тут музыка, лежит мой дышащий, и я сижу вот в этом во всем и стараюсь как-то, ну, не в это не впадать, и наблюдать, и что-то с этим сделать, как-то вот это вот принять. Но это очень сложно и очень интересно. Ну, как говорится, есть повод пожить еще конкретно так. Вот пожить очень хорошее. Да. Жизнь – это продукт любви, правильно? Да. По определению, жизнь – это радость по своей сути. Оно все хочет, чтобы его любили, оно вылезает такое. Ну, полюби меня вот таким, я так и вылез сейчас. Ну, там, эмоции или там внешнее проявление какое-то. Да? Немного, просто напомнить, когда вы идете в туалет, я просто говорю о том, что здесь кто лежит прямо около двери, когда дверь очень широко открывается и громко захлопывается, то это может повредить процессом, а вы в очень глубоких измененных состояниях находитесь. То есть, когда вы выходите, будьте очень аккуратны и очень аккуратно ходите в пространстве, ладно? То есть то точно так же, когда вы поднимаете одеяло и укрываете вашего единственного фаланатра, но рядом лежат еще квадрики, которые могут почувствовать этот ветер, да? И особенно, если кто-то танцует, но хочется танцевать, то не притоптывайте, пожалуйста, ногами, и особенно не касайтесь вот этих матрасиков рядом лежащего хаванатры, потому что человек лежит на этих 2 метрах, и он очень четко и очень чутко осознает, когда кто-то к нему прикасается, просто даже прикасается. Если была женщина у нас, вот помнишь, да, в январе прошлого года, к ней просто прикоснулись, и она говорит, я просто вылетела, и у нее такая огромная вспышка гнева была, она не могла с этим уработаться. Такая светленькая, рыженькая девушка была. То есть я хочу о том, что попросить вас быть более уважительным друг к другу, потому что это очень глубокий процесс, он очень важен для всех вас. И еще одна просьба, что если какой-то процесс идет, не бросайтесь сами на своего холонавта, а пригласите фасилитатора, Володю, там, Катю, меня, Илью, не работайте с телом непосредственно, только если он сам попросит взять руку там, или что-то сделать. Хорошо? Спасибо тебе большое. Да, еще Аня просила еще раз напомнить о том, что ни в коем случае не включили по части, и мы не посмотрим. По части или диванчик, да? Да, да, спасибо. Спасибо. Потому что там проливается, там белое все. Да, там Канина говорит, пожалуйста, пожалуйста, чистите всем. И вчера осталось очень много грязной посуды. Вот, она же пока не относится к моей работе, не к посуде после всех. Пожалуйста, уже висит объявление. Будьте внимательны к этому объявлению. Хорошо? Да, Бочка, что-то с парочкой. Ну, просто когда... Будем уходить, да? Да, собирайте тапочки, чтобы мы каждый с собой могли убрать все, что с вами связано, в том числе и тапочки. Спасибо большое. Спасибо. Да, у меня вопрос непосредственно по процессу. А как будет целесообразно не то слово, но для достижения, да, конечного результата, я бы не вполне себе еще в теме, да? Как быть эффективнее, правильно сказать? Позволить себе все-таки в какой-то момент отъехать или все-таки концентрироваться на дыхании? Потому что у меня несколько раз были вот эти вот прям утекания сознания. И при этом дыхание включалось? Ну, Марина говорит, то, что я вообще перестаю шевелиться. Ровно. Ну, для того, чтобы полностью позволить ответок, там, ну, вот это как бы вторая часть, когда можно уже интенсивно дышать. А чтобы гарантированно все-таки вот стабильный опыт измененного состояния, нужно что-то надышать, какое-то количество усилий. Нет, я не говорю, что я сразу прям собираюсь
путешествие. То есть до этого, возможно, как-то временная пауза, там максимум минуту, полторы там, с отъездами, и потом нужно снова запомнить дыхание. Да. Но через какое-то время там открывается второе дыхание. Но мне просто интересно посмотреть, что там, потому что мне что-то показывает, а я все дышу, и оно Ну, через какое-то время появляется способность дышать и отъезжать одновременно. То есть дыхание уже не интерферирует и не мешает. Но это, ну вот именно на моей начальной стадии развития. Дышать. Второй вопрос с этим же связанный. Мне не то, что некомфортно лежать на спине, но гораздо уютнее мне бы было, если я все-таки в какую-нибудь позу зародышеского тела. Ну, вообще, это любимая моя поза, я там себя просто комфортнее чувствую. Или такой, это тоже, опять с такой интенсивностью труднее будет и свободнее дышать на боку, в позе зародыша, на животе. Поэтому это как часть процесса, возможно, любые позы. Там, кто-то даже садился, кто-то даже привставал. Но это кратковременные моменты. Поэтому если вы садитесь или вы встаете, через некоторое время мы просим вас снова занять лежачее положение, потому что в лежачем положении максимальное расслабление, не нужно ничего контролировать. Если мы встали, что-то нас уже контролирует, чтобы мы держали равновесие, уже не может быть такой глубокой измененного состояния сознания. И поэтому не можем глубоко уйти во внутренний мир, для того, чтобы распутать все хитросплетения, которые мы можем найти только там. Потому что вовне они не проявились. Если бы они проявились вовне, мы давно бы уже это увидели и осознали. Понятно? Mm-hmm. Поэтому требуется какого-то рода ситуации, обстоятельства, которые благоприятны максимально глубокому вхождению. Сплетение смыслов, энергии, которые, пока они не распутаны, проявляются как соматические проблемы, как проблемы отношений, проблемы со здоровьем. Я расскажу про сон, мне приснился сегодня такой... золотой, не знаю, как барельеф, что ли, такой из лепестков, в квадрате, как типа лотоса такой вот. Вот. И мой ум запомнил слово буддизм, то есть как вот такие две вещи, знак чина. Такое было ощущение, ну, как бы просто я не рефлексировала, тоже было, что какие-то много-много уровней, я просто раскальзываю сквозь них, вот, и как бы, ну, и все. Вот. И вчера было после сессии ощущение такое, я, голова, мозг, они прям давят, прям вот, вообще очень сильно, и как-то, ну, так как головная боль, да, ну, но только не головная боль. А, то есть, как бы, они просто присутствуют, но как бы на меня уже не так сильно влияют, как раньше. Вот, я сегодня проснулась, и было так хорошо, потому что я прям так заземлилась, как вообще никогда в жизни. Все очень так. Свое и конкретное. Да, свое конкретное. То есть, вообще, ну, обычно после холотропа такое... вот там где-то, там, чтобы возвращаться на какое-то время, а я проснулась прям вообще, это, ну, такое, прямо здесь. Очень круто. И я хотела сказать спасибо всем вчера большое, кто был рядом. Я же своим сидором потом вот так грудинишку свою бросил, включил телефон. Пришло время, и он занялся делом. Спасибо. Ну что, я обещал, что мы до перерыва пранаяму сделаем. Давайте приступим к пранаяме. Все садитесь на стульчике. Проверим позу. Опустим руку, не опуская плечи. Три раза ом, унисон. Oh.
Плавно встали и делаем интенсивный выдох животом 60 раз. То есть мы варианты этого упражнения с интенсивным вдохом или интенсивным выдохом делаем и сидя, и стоя. Чтобы в любых обстоятельствах немножко разный эффект, тонкий нюанс вы заметите. Начали. Полоскание живота, вдохнули глубоко, глубоко выдохнули, согнулись при этом, опёршись на колени. Довыдохнули, поджали живот и полоскаем живот. Достаточно. Поза дерева. Обняли шар ниже, шар внизу и ближе к животу. Ошибка вот так, когда делают, или слишком широко руки. Вот вы подхватываете, представьте большой шар, максимально большой, который вы можете. И когда вы укоренились, вы позволили дереву покачиваться. Не специально, а просто позволяю совершаться микродвижением.
если не восстановилось равновесие, можно еще несколько полных дыханий сделать. И через это тяжесть пропадет. Достаточно. Встали прямо. Интенсивный выдох животом 60 раз через нос. Интенсивный вдох верхней части через рот, через нос, верхней частью. Лицо не кривится, плечи не подпрыгивают. Вся энергия вдоха от диафрагмы. Достаточно. Позевали, покачались, потянулись. Постепенно движение успокаивается. Успокаивается. Еще одно полное дыхание, тоже в стиле цигун, только теперь круги будут не внешние, вот такие вот, извне мы поднимаем, а наоборот изнутри. То есть из положения полуприседя мы поднимаем руки, на вдохе и на выдохе приседаем. Максимально полный вдох и максимально полный выдох. Но без форсирования вдоха и выдоха, имеется в виду, без усилий. Лучше чуть-чуть замедлить движение, чтобы не было вот так. Это неправильно.
космическое тантрическое дыхание. На вдохе мысленно представляем себе, что воздух входит в нас через низ, со всего космоса, поднимается по позвоночнику до макушки, вдох. Загибается и на выдохе по передней поверхности через сердце выходит в космос. 9 раз таких медленных вдохов с визуализацией, с представлением, что воздух, прана со всех мест, особенно мест, связанных с нашими звездными часами, с нашей удачей, с нашей радостью, мест физических и мест жизни, входит в нас. То есть вдыхаем все свои ресурсные состояния, все звездные часы в себя. И возвращаем, отдаем через сердце все снова космосу. Начали. Помогать себе вот такого движения. Смотрите, сейчас пикитесь немножко. На вдохе вы собираете все. Вдох, 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 поворот на макушку, спускание и на выдохе отдаете через сердце вот таким движением. То есть как бы от сердца до руки. Пробуйте так. Без задержки дыхания, слышу звук, звук должен быть. Это неправильное дыхание, кто со звуком дышит? Это контролируемый выдох, а не свободное дыхание. Достаточно. Давайте для активации еще разочек интенсивно подышим. Как вы хотите. Выдох животом или вдох через верхнюю часть? Выдох. Выдох животом сильно. Давайте. 100 раз. Нужно тренироваться. Попробуем. Кто-то знает всю песню.
Вдыхаем, глубоко выдыхаем и полоскали живота. Максимально глубокий вдох, максимально глубокий выдох. Достаточно. Энергизация. Кулачок сжат. Начинаем. Вторую руку. Позволяем дереву вибрировать, покачиваться. Достаточно. Сели. Три раза ом.
Какие вопросы? Как самочувствие? Готовы к сессии? Ну, кто хочет первым быть, пожалуйста. Евгения, сегодня такая у меня сессия была очень фаильная. Началась с того, что были племена, гражданские. Я прыгала из одного племени в другое. С одним племенем мы танцевали в танце, ждали, когда на нас взяли дух. Вот, это у костра, там танцы, то есть такое ощущение музыки, присутствие людей вместе. Потом со вторым племенем на нас дух этот уже снизошел, и вот это состояние такой какой-то такой вселенской мудрости. То есть мы все были едины, получили какие-то ответы, что-то такое, какую-то такую целостность, такую полнота, какая-то ощущение, знаний. Потом был такой момент немножко смешной, когда началась музыка с барабанами, и как-то я прям между двух барабанов, то есть я всем телом отбиваюсь, когда от них идет музыка. И это мне просто пришел такой момент, вернее, вспомнился такой момент из фильма «Эйс Вентура», когда его по барабану били, я так думаю, нормально делал. Потом как-то я вдруг совсем что-то опустилась вниз себя и проследила, вышла такая дорожка, и она потянулась к моей семье, моей личной семье, мужу, к ребенку. И у меня что-то нахлынула такая любовь, я соскучилась. И прям такая тоска, любовь, и как-то это все так резко сконцентрировалось у меня внутри. Что у меня пошел процесс реально схватки роды. То есть я все удивилась, думаю, надо же, опять, роды. Как-то я думаю, уже раз пошли. Не то, что ладно, я как-то уже не могла просто уже это остановить, думаю, надо уже родить. Когда я уже родила, и вышел такой плод, кокон такой белый, обмотанный такой тесемочкой золотой. И как-то в этом коконе было сконцентрировано все мое как раз-таки любовь. Причем она как-то так перекрестнула мне вообще какую-то такую вселенскую любовь, как-то было очень эйфория, прям наступила. Потом уже, когда я лежала, на релаксации, был такой легкий у меня диалог с сам собой, то есть я так думала, дышать мне еще, как мне хорошо, наверное, не надо. 5 минут я общалась сама с собой, и как-то все потом на этом закончилось, я опять куда-то погрузилась, и музыка мне тоже понравилась, мне такого никогда не было. Были, но немножко не такие были, а здесь звук превратился в такое течение. Я четко ощущала, я смотрела на воду, и она течет, эти волны, а тут прям звуки. И такой поток, он какой-то такой на ощупь неощутимый, но он несет. И я как-то так прям вся, и эти звуки, я в них как волны, меня несет, мне было здорово. Я звуки как-то их ощущала, какие-то ближе ко мне приближались, какие-то отдалялись. То есть такое течение у меня было музыки, на звуках даже не музыки. Уже потом после холотропной сессии уже у меня такая получилась мандала. Вообще сама мандала — это земля, женская такая лунная сторона женщины, плод, связанный с землей. И фиолетовый цвет у меня пришел как цвет именно любви такой. Вселенской такой всепроникающий, у меня почему-то фиолетовый цвет. Спасибо, спасибо. Да, ты можешь не только это, можешь многое. Спасибо за внимание, до свидания. До свидания. Спасибо. Доброго пути. Как мы дальше пойдем? По часовой или против часовой стрелки? Давайте как вчера. У меня почему-то образы так же, как и вчера, но сегодня у меня была... Вчера, если была кобра, то сегодня какая-то змейка, и она под дудочку прям маленькая, такая хорошенькая.
Вот. Потом у меня тоже были племена, я так танцевала, я так вот так мне хотелось, вот это вот все, что в итоге, наверное, то, к чему я шла, я всегда об этом мечтала, я нашла свой ключ. Я даже в итоге расплакалась, то, что я всегда почему-то хотела, хотя это, я не знаю, ничего не стоит пойти записаться на танцы там. Но как-то вот все не получалось, и мне было так обидно, что я это раньше не сделала, и на следующей неделе я займусь. Конечно, ты должна исправить эту несправедливость. Я танцевала как никогда, я не знаю, эти негры там, не знаю, футбол, я не знаю, у меня был такой прям эмоции. Потом эти эмоции, когда перешли на то, что я, в принципе, ничего не стоит пойти записаться и заняться любимым делом, наверное. Оля, меня, да, я вот первую когда вот часть, когда у нас правильно делают, у меня обычно вот какие-то образы сразу же почему-то бывают. Ничего не делать, не делать, потому что плохое. И не делать ничего. Но потом я просто сконцентрировалась, когда я пыталась отдаться телу, и у меня это не всегда получалось, потому что получалось иногда только какие-то короткие мгновения, потом у меня сразу какие-то страхи, что я делаю, вообще какие-то непонятные движения, и что бедный мой ситер, вообще и бедные люди вокруг, и вообще надо успокоиться, и скромнее Оле себя веди. То есть вот мне какой-то вот, ну как бы останавливало, потом я опять начинала дышать, и я ну, как бы опять вот, ты как бы, ну, уходишь в свободу тела, но постоянно какой-то вот такой вот внутренний кто-то такой вот на нос. Вот, закончилось все хорошо. Мне, я в конце чувствовала, знаете, вот, каждую клеточку сексуальную, каждую клеточку уже по-женски сексуальной своей. Просто такое интересное ощущение, когда ты, ну, как говорят женщины, от кончиков волос до кончиков ногтей, ты чувствуешь себя женщиной, ты не знаешь, что ты какое-то свое какое-то ощущение, я не знаю, как это объяснить. И когда пошли вот последние такие вот уже успокаивающие музыка, у меня выходило, почему-то первый был образ, Боттичеллиский образ этой женщины с такими красивыми волосами, длинными, без беса, по-моему, да? А потом у меня последний образ был мой. Я себя увидела. Вчера был мужчина, сегодня женщина. Вчера договорилась с мужчиной, и сегодня как бы договорилась с женщиной. Евгений, сегодня опять куда-то полз, потом такое желание было, что как-то сократиться, вот, чтобы вообще задержаться. И после этого сжимался там длительное время, допустим, да, потом растягивался, опять сжимался. А затем сильно хотелось в голову, чтобы разорвать какую-то, не знаю, зачем. Пытался так ничего не получилось. И начал, после этого начал массажировать, просто массажировать голову, помассажировал, потом глаза тоже помассажировал, и все об этом успокоился. Как сейчас самочувствие? После этого очень легко стало. Завелся как раз. Я кашляла сегодня. Даже сейчас у меня все пришли в голову. Яна говорит, где Яна, кстати. Яна говорит, что... Где Яна, кстати? Ну, там... Я говорю, 10 минут пришла, а потом кашляла. И, в общем, у меня что-то там, не знаю, где-то застряло. И спасибо фасилитаторам, любви особенно, которые помогали мне. Вот. Ну, я нарисовала, то, что у меня застряло, это черненько. И там,
И там очень много энергии, видимо, потому что до сих пор мне надо что-то с этим сделать, не знаю, решить еще голову. Вроде бы вчера я как раз там хотела проработать с собственного контролера, и вроде бы так дышалось хорошо, и вот и вспомнила, что были моменты, когда мне так сложно было дышать, это вчера ребята рассказывали. И вот сегодня я столкнулась с таким моментом, когда я дышу, ну прям вот, я решила опять же следовать за белым кроликом, за процессом, не насиловать себя, потому что я устала, я всю жизнь себя насиловала, заставляла. Я решила, что я не буду этого делать, но как бы я дышу в меру того, насколько я дышу. Были моменты, когда я вроде лежу, потом потихонечку начинаю раздыхиваться. И у меня идут не ощущения, у меня идут там не телесная работа, а какие-то мысли относительно, ну такие вот инсайты, такие психологические, относительно там моей жизни. Я вот как раз лежала в этот момент и думала, как же здорово, меня окружают женщины, такие потрясающе классные женщины сейчас. Такие все сильные, яркие такие. И ну, многие из них вот на каком-то таком этапе они вот были такими сильными, такими лошадьми, а сейчас они в женщин, ну, инициируются в женщин таких, ну, вроде бы у них сильные мужские стороны были, они там зарабатывали, пахали, были самостоятельными. А теперь вот они и как-то вот здесь, я как раз вот несколько таких девочек, я их вспоминаю, вспомнила Эльвиру, такую сильную женщину. И вот лежу, думаю, надо дышать, и что-то. И тут Эльвира, Яна. Ну там на ушко мне говорит, ты там попробуй подыши. Я думаю, ну надо же, как интересно, вот только вспомнила это, я начинаю смеяться. Я смеюсь, я понимаю, что защита какая-то была, я понимаю, что мне надо просмеяться. Ну, в общем, просмеялась, долго достаточно смеялась. После этого мне легче стало, я начала раздыхиваться. Но потом я уже начала дышать, и, ну как бы, может быть, со стороны казалось, что я не дышу, а у меня ничего страшного, процесс, я тебе сказала обратную связь. Просто и вот из того разряда, когда кажется, что Холонавт не дышит, и вроде там хочется его как-то заставить и что-то, я дышала, и у меня внутри этот процесс был, я чувствовала прям вот легкие, просто у меня не было пространства, которое не ощущала. Я впервые в жизни вот так вот внутри чувствовала, что вот по полной они дышат, просто не гипер вот так вот, а вот. И для меня это было очень глубоко. А потом я начала проваливаться. И я поняла, что, опять же, я следую этому процессу, я не заставляю себя еще сильнее дышать, я не хочу через усилить, я же устала, я как бы вот принимаю. И я начала проваливаться, как в сон, но это был, там, наверное, половину где-то процесс, это был не сон, я как бы то в одной плоскости. Как будто бы я заснула, но я очень четко чувствую музыку, слышу ее, и у меня там что-то идет. Я сейчас уже не сильно помню, что у меня были мысли, были какие-то очень странные. У меня периодически были какие-то вздрыгивания, я из этого процесса выходила, или как-то переключалась в какой-то другой процесс непонятный. Очень сложно это объяснить, потому что это какая-то, как глубокий сон, наверное. Но вот первую часть я фиксировала, я даже слышала, что в зале происходит. Частично так вот. Ну, а это для меня было трансформировано и как-то что-то для меня значило. Вот. А потом я повернулась на бок и заснула. И я ни музыки не слышала, ничего. Я периодически включалась, что-то там у меня тоже такое было. Были моменты, когда я еще лежала и чуть-чуть дышала и проваливалась. Вот когда я проваливалась, я дышала, старалась чуть-чуть хотя бы дышать. У меня был момент, когда я вот так резко и вот пришла в себя. То есть я где-то там была и... Но у меня сейчас вот такие истории дома, несколько месяцев происходят со сном, когда я, во-первых, я резко могу проснуться, и я в этот момент ощущаю себя, ну, это после там церемонии у меня тема очень сильно включилась, что я там себя ощущаю сущностью, которая в теле. И вот после сна, ну, то есть как бы я это сейчас понимаю, я как бы, вот, ну, ушло это, а вот после сна это очень ярко чувствуется, я как бы, ну, я стараюсь не дергаться, там, лежать несколько минут, чтобы прийти в себя. У меня кот иногда ночью будет, если я встаю, я просто плохо себя чувствую, я иду ему корм насыпать, у меня такое ощущение, что вот эта бедная сущность, она прямо за телом плетется, но очень сильный дискомфорт. И тут вот я тоже старалась так лежать, я вроде так потом опять провалилась. Думаю, ну, в общем, как-то так это все естественно, я понимаю, что для меня это очень целительно, вот по ощущениям. Я как бы центрировалась, как бы более целостной как бы стала, потому что вчера у меня очень драматическая такая история была дыхательная, а сегодня
Вот как-то вот их я очень, ну, рада. А, да, я бы сказала. Я за камерой стою, поэтому я... Яна тебя может снять. Да, пожалуйста. Даже странно. Горячий стол? Себя, а, да. Да. Ну, было прикольное ощущение, когда я выходила из состояния, потому что такое впечатление было, что я на каком-то там какие-то, даже не знаю, уровне или не уровне, но вот была глубина вот этого состояния, в котором я находилась, а потом я долго-долго возвращалась, долго, и я вот прям почувствовала вот эти уровни, даже, ну, как условно говоря, уровни. Вот, там прилежал, там прилежал, еще там прилежал, везде, короче, прилежал, такая расслабленная, и потом, ну, как бы, пришла. Ну, то есть, как бы, вот, такой какой-то глубокий вот этот процесс, который был в последней все сессии, вот это, я как бы поднялась от него. Потихонечку, не торопясь, так медленно. Вот. Ну так спокойно, хорошо, ну, так. И очень умиротворенно. Ко мне прижалась на коленка. Сперва после трех дыханий сразу бросилась в пропасть с криком отчаянным. А потом потихонечку выбиралась. Да, говорилось быстро. Еще слезы капали, да? Да, да. Ну, я не знаю, что это так просто. Меня зовут Анна. Это у меня как бы третье дыхание. На этот раз у меня что-то было такое, не знаю. Как-то будто разрывалась очень голова. Боли такие, в голове еще. Прямо невозможно было. Как-то потом отпустила, все прошло. Потом просто у меня, не знаю откуда, пошло рыдание. И так стало легко, свет такой в глазах появился. Не знаю, мне кажется, это самое такое было сильное после двух дыханий. И сейчас у меня такое самочувствие легкое, светлое, как бы вообще с головы что-то выбросили, не знаю. И вот одно, что у меня проявился глаз, от него много-много разных цветов во все стороны. Моя мандала там осталась. И сейчас мне хорошо, легко, даже не знаю. Спасибо. Спасибо. Сергей. У меня сегодня не было очень глубоких переживаний. Я скорее был человек играющий. То есть я немножко играл там чайку по имени Белос там на пару деталей. Там немножко танцев, немножко. Но при этом я не могу сказать, что я забыл о том, что вокруг меня происходит. Единственное странное ощущение вот, на уровне физического тела, когда
потому что, не знаю, ближе к концу, наверное, сильно разрешался. Было явное ощущение физического, прям вот, что в животе появилось ощущение, что вот, даже не энергия, а вот что-то лишнее, то, что хотелось, не знаю, выплюнуть, что ли, то есть, вот, выгнать из себя. Пока суть дела, пока пакет, чтобы просто попробовать. Все, видимо, момент ушел. То есть как к этому относиться? Что это? То есть, кто его знает? То есть, ну дальше все растворилось, то есть, явно уже дыхание сбилось. Вот, соответственно, ощущение яркого в животе уже не было. Вот. А эмоционально? А, причем картинка почему-то пришла, прям ярко, четко. Человеческая голова, почему-то вся зеленая, и в области рта, там, до гортани, белый фон. И вот на этом белом фоне чистый человек что-то говорит. Все остальное голова зеленая, закрашена. На обеде после дыхания я совершенно легко умудрился обидеть. Которая потом не могла нормально начать дышать. Я вообще все время как-то эмоционально на это все это дело реагировал. Сейчас что-то у меня как-то, честно говоря, двоякое ощущение. С одной стороны, вроде бы подышали, с другой стороны, как-то так. Ну, как человек, который обидишь. Хуешь. Так себе. Прессинг больше психологически. Ну, наверное. То, с чем я сейчас остался. Что делать, кстати, вот с этим вот ощущением в животе? Такое ощущение, что это не ушло. Я не знаю, может, вы что-то скажете. Ну, можно пресс покачать, можно пранаямкой позаниматься. То есть на сон грядущий домой пойдешь комплекс, который мы делали, сделать. Ну, за 2 часа до сна. Светлана, я хочу сказать спасибо за помощь. Помогли, я почувствовала. А по поводу сессии, наверное, хотела бы по себе сказать. Все, что было у меня. Что он сам помог. Ирина, я сегодня знаю, что я очень хотела спать. Но попробовать подышать так. Стараться, ну, насколько смогу. И вначале так хорошо, что и там музыка была, как тряски такие, ну, тело все вроде растряслось. Ну, наверное, хороший был процесс. И тут музыка сменилась, и чувство не идет дальше. Вот. Ну, тогда при этом музыка была очень ритмичная, барабаны, без звуковых каких-то, просто одни барабаны. Хотя мне нравится ритм, вот, все. Но не ведет. Я думаю, она не ведет, думаю, не пойду. Я решила, да, мне кажется, какие-то такие ощущения были, я вот, растирать лоб хотелось, я думаю, мой процесс. Хочу нос трогать, хочу лоб массировать, ну и так. И потом, видимо, я отпустила это, и дальше пошло. Не знаю, что пошло. А, появилось что-то такое очень черное, ну, как смоляное. Таким потоком, с музыкой, как будто входит в меня. Я думаю, ну ладно. Ну, я восприняла, думаю, сначала, может быть, черный, что-то злое, думаю, ну пусть входит и входит, оно мне не мешает, в общем-то. Думаю, пусть идет, может быть, надо. И потом вот я ощутила в себе, как, ну, что-то такое, я не знаю, что-то такое нечто, оно вроде бы никакое, это пустота или как. Как ничто, оно просто поглощает, при этом нельзя сказать, что оно большое, что оно сильное или там какое-то. Вот оно просто как-то есть, и оно вот это вот все поглощает, поглощает, при этом не меняясь, и ну, не страшно от этого, ничего. То есть там какая-то такая бездна, куда все проваливается, и оно не изменяется, то есть не само, совершенно не меняет свои, не знаю, структуры или вот чего-то. И тут у меня просто пошли опять такие воспоминания, я немножко как-то трепетно отношусь, ну, к мусору. В том плане, что
Ну, наша цивилизация, да, в целом, она все-таки достаточно, если так вспомнить вот эти горы под Москвой, там, в теплом состоянии солярьево, они уже такой величины. И вот эта утилизация, ну, мне как-то, да, поглощение, утилизация, ну, немножко вот на эту тему. Это, может быть, действительно то, что мне интересно, но что бы я могла сделать в этой области, я не знаю пока. Вот это меня действительно давно волнует. Я так вспомнила, что я в институте тему защищала, как инженер-экономист, но именно по экологии. Вот. А потом я погрузилась, вот когда вот это вот оно все так себя выбирало, погрузилась просто. Ну, это не сон, просто мне было хорошо. И у меня внутренне было ощущение, что уже работа завершена. Что я уже все сделала, что могла, что я теперь отдыхаю. И уже музыка вроде так, она потом шла такая, что ну, можно завершать уже процесс, выходить. А у меня что-то так чувствуется, какое-то напряжение, все свело. И что-то я много рассказываю. Ну, как такая, как туда вот я на пятах сидела. И потом, ну, когда я возвращалась, горизонтальное положение. У меня просто болевые ощущения, вот Эльвира заметила, и меня подхватило. И то есть я понимаю, что что-то происходит, что оказывается что-то идет, и надо дышать еще что-то. То есть это было для меня неожиданно. Мне казалось, что все в порядке, ну да, там что-то. Еще и хвалят, говорит, молодец. Так, закончился хорошо процесс, состояние такое хорошее. Спасибо. Мира, я вот хочу добавить просто, ну, не совсем процесс моего клана, но тем не менее, вот у меня впервые в жизни, наверное, такое было, и вчера, и сегодня, что я видела, когда клан дышал, я видела, как я видела дыхание визуально и испарение энергии, то есть, я не знаю, почему это произошло, но это вот со мной первый раз, меня это восхитило. Вот, относительно моих процессов, у меня есть какое-то такое, ну не знаю, ну такое, типа, детское сожаление, наверное, что все произошло не наоборот. Ну то есть хотелось бы, чтобы сегодняшний процесс был вчера, а вчерашний сегодня, потому что, ну да, вчера вот это вот казалось, вау, это ресурс на, там, ресурс, а сегодня... Я себя сейчас чувствую, у меня поднялись какие-то такие очень глубинные какашки. Я себя чувствую полностью в каком-то безнадежном состоянии. У меня пришло осознание, то есть, ну, у меня были там какие-то красивые, приятные моменты, когда я погружалась в океан, причем океан такого энергетического плана, причем все глубже и глубже, и видела океан, это было красиво, но... Я осознала одну вещь про вообще свою жизнь, что у меня, ну то есть одним из таких ключевых моментов, почему я в жизни не сделала многих вещей, которые хочу делать, это даже не страх, а это какая-то глубинная уверенность, что это очень трудно и что я этого не смогу сделать. При том, что я хорохорюсь и говорю, ой, я там, но по сути дела я не довожу процессы до конца, я не иду туда, куда действительно хочу идти. То есть я как бы наполовину живу. Не могу сказать, что я совсем не живу, но наполовину, так чтобы безопасно подстраховать себя, что я все-таки, ну это не так страшно. А это то, чего я действительно хочу, я не могу сделать. И вот это я не могу сделать, оно столько глубоко, и я его осознала. То есть я потом это уже осознала, но это как шлем на моей голове. Я его, ну, в медитации уже там на протяжении какого-то времени, я его отслеживаю, ну, прям чувствую физически. И пытаюсь идти в это ощущение, оно все сильнее и сильнее, оно прям врослось у меня. И я не знаю, что с этим делать. И вот сейчас я опять с этим столкнулась и поняла, уже у меня появились связки, ну, как бы с моей жизнью, социальным процессом каким-то. И вот я сейчас нахожусь в состоянии какой-то полной безнадежности, что с этим ничего невозможно сделать. Но все равно тебе придется надежда, что, конечно, можно будет, но
Сейчас состояние такое очень угнетённое. Фантастическое переживание. Просто такой опыт. Это тоже крайность, конечно, но такая значимая для дальнейших продвижений. А мы через крайний случай все познаем. Если этого нет, то порой и не доходит. А так, когда рельефно, ясно все покажут, ты уже лучше понимаешь реальность своей собственной жизни. То есть, во-первых, конечно, и это пройдет, ну, потому что это крайность, само собой, ведь с этим ничего не нужно делать. Вот. И пройдет это когда исчерпает себя, когда ты извлекешь из этого то, что тебе нужно. Что приходит из глубины, он настоящий, и в нем есть большой смысл, но это смысл для тебя. Поэтому спрашивать кого-то извне о том, какой в этом смысл, там бесполезно. Потому что это твой смысл для тебя, для твоей жизни, для твоих будущих проектов. Может быть, для вчерашних там дел, чтобы тут там вот сказали, а, ну вот это вот потенциальность, а вот это уже конкретика для того, чтобы там то было возможным. Артем? Ну, сегодня было немножко по-другому, чем вчера. Вначале почему-то мой организм решил, что мне необходимо избавиться от чего-то физического, и поэтому три раза за это время сходил в туалет. Соответственно, у меня как бы понятно, что холотропное дыхание все нормально, все правильно, но вообще хотелось бы, конечно, услышать, это вообще как бы такое бывало, да? Да. То есть это как бы что-то реально выходило, наверное, да? Ну, пакетики есть, сегодня иногда бывает там. Нет, я, в смысле, пакетики тут не помню. Ну, и это тоже понятно. Памперсы, как пишешь. Соответственно, и вот после этого, как бы я вот замкнулся, что ли, в себе, в ходе зародыша, и вот мне так хорошо стало, что даже не хватило, как бы, времени немножко. Я оказался последним. И вот еще у меня вопрос, если приходят, вот, как все говорят, там, образы какие-то, мне тоже пришли несколько образов, и вообще, как бы, есть ли смысл копать что-то в них? Вот, например, ну, приходит какой-то образ, вот, искать это в интернете информацию, там, сравнивать что-то. Есть ли, или просто это оставить как есть, ну, пришли. Ну, смысл, конечно, есть. Потому что это твои образы, если у тебя есть глубинное ощущение, что это очень важно, то исследовать это полезно может оказаться, может там вскроются в этом процессе какие-то очень важные смыслы. Но не стоит этому придавать слишком большое значение в любом случае. Точно так же не стоит придавать слишком большое значение толкованию сновидений, гаданию на картах там, и прочим вещам. Каким бы то ни было теориям, связанным там с вот новая очередная модель там, человека, Вселенной, там самый крутой вид коучинга или там пиара там, да. Это все работа ума, поэтому бесконечное количество вариантов интересных, развлекательных вещей, которые никуда в конечном счете не ведут, но могут использоваться как тренировка. И что касается послания к тебе самому в виде образов или символов из твоей собственной глубины, то они могут привести к какой-то двери важной. А как понять? В процессе слушания себя, там, у тебя же есть чувство правды, что настоящее, что нет. Без этого жить очень тяжело. Где туфта, а где серьезные вещи? Ну, ты спроси себя. Ладно, спасибо, понятно. Дима, ну, вот вчера
когда дышал, больше вот на тело вот было всякие спазмы. Сегодня то же самое было с руками, с ногами, поменьше. Но сегодня вот тоже не было образов, но было какое-то, не знаю, понимание, что приходило понимание вот, ну, каких-то там моих вопросов, приходили ответы, я даже на некоторые ответы уже не помню. Но я точно понял, что я что-то понял. Я заметил то, что по ощущениям, вот где-то в середине сессии, ну вот именно по ощущениям физическим, ну, проваливаешься куда-то, это то же самое, когда в осознанный сон ходишь, тоже так проваливаешься, потом вот тело можно встать, походить. То же самое, я вот вчера и сегодня думал, сейчас вот я же на голотропку приехал, не в осознанный сон ходить, и поэтому как-то тебя останавливал. Может, вы как-то совмещаетесь с процессом, не знаю. Осознанный сон и, ну, и осознанный сон, и симптомы, и голотропное дыхание происходят из глубины из нашей. Поэтому там могут быть одни и те же процессы, которые как бы на разных экранах показываются. На экране тела, на экране там, даже восприятия, то есть то, как мы видим, как окрашено наше зрение, там, в какие розовые, зеленые, синие очки или черные. Знаю, что перед осознанным сном, что перед провалом делать. То же самое. Поэтому себя останавливал, думаю, нет, спать не буду. А то дышать не стану. Как может быть, да? Из-за этого меньше опасен. Марина, на мне, в общем-то, сегодня дышалось нормально, не было никаких трудностей. Картинок сегодня никаких не было. Я так в потоке неслась, проваливалась. То у меня руки начала сводить, то ли мне помогало. Поэтому я уже поняла, что они так останутся, какие-то. Вот, вроде все нормально. А потом вот пустота, и чувствую, что куда-то я лечу, непонятно, что там плохо. И вот началась у меня тошнота, которая начала подкатывать здесь к голове. Причем захотелось виски это самое промассировать. Вот, и она так и гуляла туда-сюда, и вот как будто голова, вот ее закрутили, а сзади кирпичом. Вот, и уже не хотелось больше почему-то, вот какая-то остановка у меня была, что стоп, все, надо выйти от этого. Вот, ну и так, голова-то вроде она ничего такая, как будто полупьяная. Вот хорошо было, все-таки ты мне сказал, еще продышать. Вот, все-таки я вернулась, и вот эта легкость появилась. А так ничего негативного вроде это не чувствую. Ольга. Ну, у меня все отлично. Сегодня у меня не было совершенно никаких физических дискомфортов, но вот с этой необузданной энергией, которую нужно было как-то удерживать все-таки, который потом еще долго за мной пойду. Вот. Я решала вопрос для себя, мне как бы вот раздвоение, не подышать охотой, посмотреть охотой. Я решила совместить приятное с полезным. И настроилась сейчас психологически на то, что ну, надо каким-то образом объединить эти два моих интереса. Я начала дышать музыкой. То есть вот именно представлять, что каждый вдох и вот музыкой я именно дышу. Воздухом, а музыкой. А в итоге это привело к тому, что я погрузилась в состояние ну, абсолютного комфорта, покоя. Я не могу сказать, что это эйфория, это именно покой. Абсолютный покой. И вот уже тут начались физические ощущения, меня окутывало целиком и полностью такое тепло. Вот в жизни я такие вот физические ощущения испытывала ночью на Мертвом море, когда лежишь в морской звезде, вот этот купол, это теплая вода, волны. Ну, отлично, очень хорошее состояние. Ну, собственно говоря, так время прошло. И потом совершенно осознанно под какую-то патетическую композицию я решила возвращаться. Ну, могла так очень долго валяться, на самом деле.
абсолютно комфортно. Сейчас физическое состояние небольшой дисбаланс, потому что психологически я все в том же комфорте, а вот физически как раз есть немножко так подмораживает, подколачивает, но чуть-чуть, не сильно. А, ну вот, исходя из этого, попробовала нарисовать, вчера мне совсем не хотелось. Это просто цвет. Но это, опять же, чисто ассоциация с Мертвым морем, больше ничего. То есть ничего подобного, у меня там никаких картинок таких не возникает. Спасибо. У меня сегодня такая тяжелая ситуация была. Все началось еще, когда я была ситером. То есть как там прошло минут 40, час, выхла, она дышала. Причем я почувствовала, вот она пыталась, жалко, и нет, не уже. И не входила в этот процесс, причем она дышала, а вот она была, например, ну, буквально не в измененном состоянии, вот сейчас вот я открою глаза и пойду. И она от этого прям видно мучилась, и я чувствую эту энергию, то есть вот, у нее прям было очень некомфортно. А потом началась музыка, и я что-то сидела так, вот так вот за ней наблюдала, и у меня прям хоп, так пошли какие-то такие вот, ну не картинки, а какое-то понимание, не обиды, не сострадания, а какого-то такого за близких людей, которые ушли из жизни. Сначала пошло, что вот они ушли, и я не то, что неосознанно, так и непонятно, вот это какое-то вселенское единение. Ну, не знаю, я думаю, как передать это, даже, наверное, не хочу передать, просто такой поток сильнейший пошел, что я не могла сдерживаться, и я плакала. Вот, потом чуть-чуть вроде как бы остановилась, все-таки сито, ну так, надо это держать себя в руках. Ну вот как бы с этого все началось, но потом пообедала, вроде пришла в себя, легла и вот ушла опять в этот процесс. Значит, опять я как бы была наблюдателем, тело там творило. Тут у меня опять это плечо, вот как вчера, то есть вот у меня проблемы. Хрустит. Хрустит так и хрустит всю жизнь, вот именно вот это плечо. Ну, причем травм никаких не было. Вот я сколько йогой занимаюсь, мне ничего не помогает. Я ходила и к врачам там, ну никак вот вообще. И я поняла, что это, наверное, вот... Мне как бы у мамы спрашивают, там, ну, как бы я в своем возрасте, я не помню, может, маленькая, там что-то занимала. Она говорит, ну, вообще ничего не было. Может быть, это идет откуда-то из прошлого, потому что вот буквально вчера только это началось, и сегодня поразительная боль, как будто так стреляют, и вот боль натуральная, реально, как будто меня вот взяли, сейчас стреляют. И прям, ну, вот, Эльвира мне помогала, прям вот до истерики. Вчера был, конечно, больнее, но вот сегодня такое. И потом вот у меня как-то так проявилось, все вот, более-менее прошло. Потом я опять вошла в процесс, и тут матка опять начала жить своей жизнью. Причем еще хлеще. Она, я не знаю, такое ощущение, что я себя чувствовала матерью природы. И она так вот гармонично у меня так вот дышала сама, что вроде не то, что был комфорт или еще что-то. То есть вот я смотрела вот реально со стороны, вот, и она вот сама двигалась. Причем вот это вот осталось, у меня еще даже я вчера пришла, вот, я вот сижу, иногда мне хочется вот, делать такие движения, думаешь, начать танцевать, какие-то танцы, какие-то тантры реально заняться. Ну, в общем, это не остановит какой-то процесс такой. И был такой момент, я вот хотела бы как взорваться, то есть вот отдать все. Такое ощущение, что мне переполняло этой энергией, я хотела всем отдать, заберите ее от меня. Вот. И потом вот, даже не знаю, как объяснить, но вот это вот состояние вдоха-выдоха, вот матери природы, и вот матка, это она.
Ну, после, когда более-менее все успокоилось, то есть я вот практически всю сессию я вот дышала так вот. И у меня, то есть я уже когда все легла, опять релакс. В прошлый раз, то есть у меня, вчера у меня было великолепно, а сегодня вот это вот, наверное, осталось, груз какой-то или еще, ну, в общем, и меня прям, даже не знаю, вот, я плакала вот от того, что как будто природа плакала, и от какой-то безысходности, что я не могу ничего сделать, не могу помочь. Не могу помочь даже людям, чтобы они проснулись. Это больно. Что все зря. Ну, как бы я знаю, что все хорошо, что многие люди любят друг друга и помогают. Ну, как бы они это чувствуют. Но хочется как-то разбудить. Еще я поняла, что я хочу быть дельфином. Вот одна радость. Не хочу вот как бы... То есть я оплакиваю людей. Я думаю, что люди хуже животных просто. Я хочу быть дельфином, чтобы не быть человеком. Люди приходят и уходят, а дельфины остаются. Да. На самом деле хороших людей очень много, там просто вокруг себя спрят. И все. Так сплохо. Будешь славить одна? Или в зоопарк пойти? Добрая женщина. Я правду говорю. Она ее мотивирует. Мотивация. Которые были вчера, у меня не было, вот, потому что у меня как-то не очень хорошо пошло, у меня не будет, ну, я и спортсмен, всю жизнь спортом занимаюсь, и бегаю, у меня что-то с сердцем случилось, я не могу, начинаю, как сказать, дышать, у меня как иголка, у меня на мелком дыхании не особо получается войти, а глубоко я не могу сделать, чтобы уйти, ну, так, у меня как бы умно шло, что, как сказать, вот погружался, то опять всплывал. Ну, может быть, даже на самом деле хорошо, честно скажу, потому что вчерашняя сессия, она меня, я так очень сильно погрузился, ну, вот, она меня достаточно сильно напугала. Вот, и я вчера столкнулся, скажем так, я всю жизнь контролирую ситуацию, всю жизнь. Вот. Я вчера столкнулся с той ситуацией, что я не контролирую ту силу, которая контролирует меня, скажем так. Вот. И я вчера почувствовал себя первый раз в жизни слабым. Вот. Это, как сказать, первый раз в жизни это было чувство, что меня могут контролировать. Вот. И, скажем так, и наоборот, я хочу сказать, что хорошо, что сегодня я до конца, ну, как сказать, не погружалась, потому что у меня это все выровнялось. То есть я испытал просто чувство блаженства. Вот. Если, ну, вчера еще такая ситуация была, конечно, меня под пресс попал дома. Вот. Ну, потому что на шее 10 человек практически висит, 9 из которых женщины работающие. Шишки минус, например. Ну, ну, город, работают, девчонки не хотят никогда. Вот. И вчера как... Дочери рассказала об этом, она бабушке позвонила, бабушка, сестре, все
Ну вот вчера вот это так выразило. А ты о нас не думаешь, да что будет, если не станет. Если я буду, то все такое. Ну, и смысл в чем? Потому что на поверхности все равно не лампочка, чем они говорят. Вот. Но ты понял, что не имеешь права о них не заботиться. В том плане, я всегда просто не мышцы. Сказал тогда, что поспокойно. Я имею в виду про то, что первоначально я говорил, что вот эта вот сила, да, которая меня контролирует, такого жизни ни разу не было. Вот. И хорошо, что сегодня, может быть, я вот именно ровно прошел, не был, потому что от меня все вырвалось, все это чувство, исчезло чувство какого-то определенного страха. Вот. И, как сказать, наоборот, очень хорошо. Единственное, что, скажем так, такое вот, что было вчера и что сегодня, одна и та же, скажем так, я чувствовал музыку физически. У меня весь позвоночник вибрирует. Вот здесь все вибрировало. И я вот все это вот, промежность, вот все просто горячо было. Вот это вот, что вчера, что сегодня, просто она через меня проходила, и вот где-то здесь, здесь все выходило. Божественное и целительное, когда ты, на таком уровне музыка проникает в тебя, это очень хорошо для организма, здоровья, потому что это значит на клеточном, энергетическом уровне все вступает в естественный резонанс. И многие вещи, связанные с перекосами, устройства на клеточном уровне, они выправляются. Опять все расщелкивается и становится, ну, как, знаешь, мануальный терапевт поправляет позвоночник, связки, фасции, там, хороший терапевт. И, скажем, человек, который знает краниосакральную терапию, там, выстраивает, там, пульсации правильной спинномозговой жидкости, то на этом уровне такого музыкального энергетического массажа, ну, это связано вот с такого уровня слышания музыки, пропусканием ее через себя, когда все тело начинает уже петь, откликаться, резонировать, взаимодействовать с музыкой. Это очень-очень хорошее бывает последствия. Чувство не перерывает. Кто хочет добавить что-то? Вот у меня тоже было такое состояние, вот как Дима сказал, я как бы точно поняла, что я все поняла. Вот что-то такое тоже. Сейчас вспомнить это нереально, оно там осталось. Классно вообще. Да, ну это опять же, видимо, мой процесс. Да наконец-то уже контролер уже перестал командовать там парадом и требовать там все запоминать, анализировать, помнить. Вот точно это было ощущение, прям классно все. Да. А сейчас я пойду в магазин там что-нибудь себе покупать и не буду париться на эту тему. Как-то так. Ну, я что хочу сказать как фасилитатор, что у меня в России хороший учитель здесь Володя Майков, да, замечательный совершенно фасилитатор. На себе лично испытала как колоннад, его влияние, вот его работу с телом. А когда была в Испании, в Америке тоже, то вот сегодня, когда я была фасилитатором, тут так интересно, я чувствовала, что за моей спиной вокруг меня и Хуанхо, и кто-то здесь сидел, да, и ситар, и джин, и вот Диана Медина, прям тут такой арьергард такой, выходили тут все, думали, вау. То есть это невозможно пройти через книги фасилитированные, на уровне чувствования происходит прям, когда тебя тянет, и когда ты видишь, что кто сейчас начнет этот процесс ходить. Так интересно. Еще я хочу сказать, что у меня тоже процесс. То есть я же не дышу, но у меня на чисто физиологическом уровне такие мощные процессы, вот это, как в Москве говорят, пипец, да? Вот. Натурально, потому что вот мы же здесь взрослые люди, да, я чисто физиологически хочу выразиться. Когда у меня был последний раз семинар у Володи, у меня по-женски были проблемы, потом еще 3 недели просто я была в шоке. И тут я иду на холоток, я еще про себя подумала, как мне веса на выдане. И вот у меня опять, простите, да, вот месячные, через 10 дней пошли я в шоке, думаю, ну что такое? Ну, то есть я считаю, что это такой внутренний процесс очистительный идет, да, вот, запускай. Я не чувствую себя в дискомфорте, просто я удивлена очень глубоко. Ну, то есть как это воспринимать? Если идет проработка на уровне вот гинекологическом, то что это? Надо иметь смысл об этом как-то задуматься, прорабатывать? Ну, скажем, менструальные циклы, смещение
При глубинной работе это бывает. Причем достаточно часто. Этого, нужно к этому быть готовым. Это женщина реагирует на значимые события таким образом достаточно часто. Да, это я полагаю, что это относится к холотропу для меня лично. Потому что это второй раз в моей жизни, и вот это холотроп. То есть такое может. Так что если больше никаких других симптомов нету, беспокоящих, насчет этого не волнуйся. И у меня даже и нету внутреннего дискомфорта или состояния спокойствия по этому поводу. Просто я удивлена. Да, и мне приятно было работать в команде. Спасибо большое. Спасибо. 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 Хотелось бы от Ильи что-то услышать. Молчит, пойдем. Для меня вообще большое удовольствие. Каждый раз я еду сюда, как на праздник всегда. Вот, и присутствовать при всем этом чуде, это больше нет счастья такого. Простите. Я у нас очень чуткий, тонкий человек, и ему бывает порой трудно публично какие-то вещи высказывать, как многим мужчинам. Нет, там синестезия и голотропное дыхание. Ну вот я хочу экспериментальный формат синестезии дать тоже. Ну как новое? Тот же самый синестезия, просто я редко же ее делаю. Дыхание синестезии. Это такое дыхание, где активно задействуются все органы чувств. Спонтанное воздействие для того, чтобы помочь легче людям войти в такое в пространство более изначального опыта, такое в чувствилище, такой в континуум, в гноземический язык, то, что я называю. Гноземы – такие прокорни, в которых как бы содержатся все органы чувств. Это не холотропный, да, этот формат немножко другой. Холотропное дыхание было, но одним из катализаторов этого, хотя синестезией я с детства, что называется, увлекался, бредил, занимался цветомузыками. Одна из моих цветомузык даже получила диплом в выставке достижений народного хозяйства, когда я в школе учился. То есть я очень этим интересовался, ездил в Казань там смотреть на светомузыкальные фонтаны. Там, тогда вот в начале 70-х годов там центр был светомузыки. Это все идеи Скрябина вот о таком. О синестезийном восприятии, если смотреть русских художников. Ну, потом я стал немножко лучше разбираться в том, что такое синестезия, о чем она говорит, и вот как-то придумал формат дыхания синестезии, который повышает вероятность вхождения вот, в изначальный язык. 11-13 февраля. Ну да, там в один день будет дыхание синестезии, в другой день будет голотропное дыхание. Ну и как это связано с этим теория будет. По этому поводу.